CSS — это новый JS. Бургер King тайно записывает экран вашего телефона. Челябинские Лебедевы сделали обновленную схему движения трамваев. Челябинские Лебедевы сделали обновленную схему движения «Погнали». туруру, тут, 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 туруру. Так, у нас сегодня, как всегда, проект веб e дизайн подкаст Суровый веб для тех, кто забыл. Выпуск номер 173 уже. 200 и все еще ждешь, Никита? Жду. 173 это, ну, хорошее. Это уже, ну, Прям вот практически 174 <laughs> Согласен, 174 это уже почти что наш регион. <laughs> да. Час ночи время по Челябинску, 18 уже число на часах. С 17 на 18 мы пишем этот подкаст. Еще никогда мы так далеко не заходили с рассинхроном. То есть только сегодня вышел 172-й выпуск для всех, открылся mm -hmm. на YouTube. Хотя записывали мы его еще неделю назад. И сегодня же мы уже пишем свежий, который, возможно, выйдет до выходных. И вы на этой неделе получите аж два подкаста. Как такое вообще может быть? Это Новый год, что ли? С одной стороны, да, с одной стороны плохо, да? С другой стороны, смотри, как классно. Слушаешь. Такой думаешь, э, блин, когда следующий подкаст вроде вот только послушал, а вот опа, и новый тебе. И ты вроде как бы старые новости послушал, и а сейчас сразу и новый послушаешь новости. Вот да, поэтому, возможно, вам так понравится, и мы будем каждый раз пропускать неделю, потом сразу два подкаста, там, может быть, как-то еще. Ты знаешь, как, как ты из любишь Дарабагана. сериал посмотреть. Сначала пока все выпуски выйдут, потом ты его разом смотришь, да, как ты про Готэм говорил. Вот тут... Да, потому что вот так же. Давай, может, вообще все запишем. 200. А потом выпустим. Ну причем, по еще выпустим и на барахолке будут его продавать. Во-первых, да, во-вторых, предлагаю на Patreon все-таки выкладывать, как бы. О, вот это уже прям будет хороший такой панч, можно сказать, хорошая интересная идейка. Так, ладно, у нас сегодня, кроме этой хорошей интересной идейки, есть темки, и я думаю, у нас сегодня блиц. Как я люблю говорить, я не знаю, как у тебя, у меня сегодня блиц. Ну, мы будем мы будем с тобой смотреть уже по окончанию. Ну да, да. Тут, как сказать, вскрытие покажет опять же. Первая темка у нас такая про Facebook и заинтересованных в измене. Я ее сам нашел. Буду пытаться вспомнить. Сегодня тренировка моей памяти. Каждая темка откуда к нам попала. Даже если там я откуда ну короче говоря эту я нашел в, в телеге на один из каналов подписан да собственно что на один из каналов вот прям на security lab я и подписан в телеге кстати надо uh -huh. от них отписаться у них какой-то такой странный контент то есть они его перепостивают из других мест то есть вот эта новость она с guardian ни одного источника uh -huh. они не оставили ну камон ну неинтересно. я причем Прям пришлось мне гуглить, чтобы найти исходники. Ну ладно, так уж и быть. Я... Так а все-таки они не врут, то есть это не то, чтобы желтая. Нет, пресса? это, не, это не желтая, это и на ленте ру было, и на Гардиан. Я все нашел, короче говоря, смотри. А, в рекламе. А Погоди, стой, 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 стой. Так. у тебя тоже справа чувак с огромной шеей. Нет. Носи какой на Security Lab на securitylab.ru. А давай Ctrl R, не, может у тебя появится чувак с огромной шеей справа. Там где справа баннер в под соцсетями или где? Справа в сайт как говорится. Или, или под смотрите так же. Или надо. Да, смотрите. под смотрите, да, под смотрите так же. Да. Но у меня есть чувак, где суд вынес приговор бездарнейшему преступнику. Да, да, ну с огромной же шеей. Ну с толстой. Огромная для меня это длинная, а толстая это с жирной шеей. Поэтому я не сразу понял, что про него ты говоришь или нет, но да. Это биткоин-барон, между прочим, как я читаю. Ну ладно, давай. Вот именно так, да, они выглядят. Он, в он биткоины где хранит? Я просто, чтобы, судя по фотографии, по-моему, он съел. Вообще, просто их хранит, да. У него лимфоузы воспалились биткоинами Ладно, нельзя. В общем, в Facebook есть такая тема, как рекламные инструменты. То есть, когда ты объявление свое туда пытаешься ранжировать, на кого-то распространить, как, ну, собственно, как в ВК. Я тебе сейчас так говорю, как будто ты старик, не знаешь, что такое Facebook вообще, знаешь что только ВК. Вот как в ВК, uh -huh. когда ты компанию рекламную планируешь, ты можешь выбрать возраст, пол, там, предпочтения uh -huh. политические, индифферентные, Вот это все можно там выбирать. Вот в Facebook. Именно там, вот индифферентность. Ну, это, самое это я просто. Да? Я люблю, когда эти люди, которые индифферентные пишут, они сами не знают, наверное, что это означает, но блин, пишут. Почему бы и нет, да? Индифферентные. Ну так вот. И в рекламных инструментах Facebook алгоритм добавил такую категорию, как заинтересованный в измене для россиян. именно. Почему именно только для россиян. То есть, может быть, в какие-нибудь Иране, Индии и прочих, так сказать, авторитарных государствах тоже это есть, но почему-то The Guardian сообщил именно про россиян. Да. И, ну, то есть, это. Причем, по словам представителей Facebook, данная пометка идентифицирует только историческую измену. Что такое историческая измена? Ну, то есть. Они прям цитируют, цитата. Измена была включена как категория, учитывая ее историческое значение. Поскольку это незаконная деятельность, она была удалена из категории интересов. Что, что значит историческое значение? Как ты это прокомментируешь? Ну, значит, что-то значит для истории, так сказать. То есть кто-то высказывался против Ивана Грозного или там против то, что Петр Первый бороды брил. То есть вот в таком смысле. Или сигареты Петр Первый, например. А вот не было их на самом деле. Да, и не было серебряного Петра, только черный продавали и все. А это уже все, историческая недостоверность. Просто, ну то есть, смотри, то, что произошло неделю назад, допустим, это же тоже уже история. Это ты про подкаст про наш? Да. Если высказались плохо, кто-то неделю назад про наш подкаст... И это уже историческая измена с их стороны, нашему подкасту. Потому что, ну, неделю назад это уже история. Ну, короче, бред бредовый. Ну, да, согласен. Суть в том, что... Очевидно, что если как бы любые компании могут использовать это как... Ну, то есть просто трекать айпишники тех, кто перешел по объявлению конкретному, то есть, ну, если они перешли по объявлению на сайтецкий куда-нибудь, и там трекаются айпишники, кто перешел по этой компании в Facebook, то у тебя уже есть местонахождение потенциальных изменников по версии Facebook. То есть, как-то вот... Ай-яй-яй. Погоди, так это какое-то палео получается? Да как бы Facebook это вообще одно большое палео, если уже так по-честному но Facebook, кстати, заявил, что мы, когда выявляем неправильное использование наших рекламных продуктов, мы принимаем меры. В зависимости от нарушения, можем удалить объявление, заблокировать учетную запись или даже сообщить рекламодателю в правоохранительные органы. То есть они могут либо это объявление забанить, правда после угу. того, как уже сколько-то айпишников было собрано, либо забанить эту учетку, товарищ майора. Либо, я не знаю, там... Либо даже в органы вышестоящие с занесением в грудную клетку. Короче говоря, это, конечно, интересно. Я, правда, не очень понял, это отменили, убрали. Но не так интересно, как чувак с огромной шеей. Как биткоин-барон, ну. Так вот, я хотел пойти дальше и найти первоисточники. Мне тоже это показалось желтизной, и я пошел дальше, гуглонул, зашел на лентуру. Это не реклама. Так, я говорю, на ленте ру тоже нашел эту новость, потому что security лабу тоже не доверял. Подумал, что это хрень. Вот. И действительно, здесь подобная фактура. The Guardian сообщает, что около 65 тысяч россиян были названы заинтересованными в измене. Вполне очевидно, что большинство людей, которые будут это использовать, это какие-нибудь группы, типа Медузы или там, я не знаю, лентача, опять же, которые, ну, действительно, таргетированы на тех людей, которые, скорее всего, заинтересованы в измене, или даже не только они, а там мелкие локальные бизнесы, там, которые как по-русски сказать, провайдет, <laughs> предлагают иммиграцию, там вот эти услуги по переезду, uh -huh. там и так. Ну, короче, вот все вот это будет, скорее всего, ориентироваться на эту аудиторию. Это, это просто инструмент, ничего личного, только бизнес, просто инструмент для таргетинга. Здесь uh -huh. написано, что, видишь, здесь еще из-за того, что это The Guardian, то есть они говорят, что, скорее всего, эти инструменты помогут русским властям еще больше кошмарить россиян. Потому что они отследят всех, кто, типа, к измене действительно склонен, и прижмут их к ногтю, я не знаю, что с ними сделают. Яйца им отрежут. У кого нет яиц, пришьют. И отрежут. Да, после этого отрежут. Не знаю, в общем, вот как-то так, и... Здесь на лентиру, на естественно, есть еще приписочка, что в апреле... Они вспомнили, что в 2018 году в апреле СМИ узнали о крупнейшей утечке данных в истории Facebook. Мы, кстати, вот ее я не помню, освещали вообще или нет, потому что для меня каким-то откровением явилась. Ну, то есть, я помню, что там были мемасики, где Цукерберг сидит в Сенате, там оправдывается что-то. Видимо, это вот про это. Но я саму фактуру не очень помню. Но какие-то данные, там, 87 миллионов людей... Поставлены были под угрозу. Сам Марк Цукерберг заявил, что и его коснулась утечка. Не знаю уж в каком качестве. Но, в общем, я нагуглил и в The Guardian непосредственно что написали. Там была статья 11 июля, Алекс Херн некий написал ее: что. Facebook labels Russian users as interested in treason. Здесь не столько измена, сколько предательство. Мне кажется, это можно перевести. Хотя, ну, там в английском, по-моему, нету отдельных таких слов. Вот treason treason. Mm -hmm. Вот, и тут тоже 65 тысяч, туда-сюда, это именно для рекламы. Вот. И, ну, тут написано, что это, конечно, встретило критику, потому что такая же, же эти же инструменты на самом деле еще позволяют по расе, например, по сексуальной ориентации ранжировать людей. То есть только для пидеров mm -hmm. что-то предложить. Причем для нигеров пидоров Я не знаю, то есть, тут разные варианты. И это, типа, не очень честно, да, не очень здорово. Хотя, опять же, вот, ну, на мой взгляд, в наш, так сказать, век постмодернизма, как сейчас модно говорить, это, это обыденность. Ну, предлагают и предлагают там. Скоро заефилов будут выявлять, для них будут там что-нибудь предлагать, журналы там с зверушками. Не знаю, правда, это вот такое. Ну, и по поводу того, что. Эксперты по России утверждают, что все: отследят всех людей, всех прижмут к ноге и вообще до свидос, что будет. Угу. Поэтому не знаю. Короче говоря, кстати, Facebook оправдывается, что мы вот работаем с Mail.ru и говорит: они имеют доступ к такой статистике. Ну, говорит, вот ни разу вот не было такого, что они как-то это плохо используют. То есть Mail.ru приложение для Facebook делают, в том числе и для iOS, и для Android какие-то видимо виджеты фейсбучные. И говорит вот они прям всегда очень бережно с данными этими обращались, вот никуда вроде никак не сливали, ничего не делали и так далее. Ну тут понятно есть комментарии по поводу GDPR вот этого, то что в Европе это приняли, что угу. там сейчас ни хрена нельзя следить и так далее. Поэтому видимо в Европе это не очень работает. Вот. Но вообще в тот момент, когда там Facebook что-то собирает, он типа спрашивает, комфортно ли вам, что про вас собирают информацию и помечают ее типа заинтересован в гомосексуальности или заинтересован в исламе. То есть как бы... Ну вот такое может быть. Че вообще ты думаешь? Я вот все конец истории не было сказано выпилили этот функционал или нет. Скорее всего, не выпилили. Они просто в каком-нибудь пользовательском соглашении уже везде прописано, что ты не против того, что тебя там помечают пидором и так далее, и продают эту информацию рекламодателям. То есть, скорее всего, это уже все заложено, если ты пользуешься Фейсбуком. А ты Никита, что думаешь по этому поводу? Какие у тебя чувства вызывают то, что как вот представь, ты только подумай, как тебя там могут помечать, если бы ты активно жил на Фейсбуке? Ну, во-первых, я как бы против того, чтобы продавать как минимум э, вне социальной сети. То есть, знаешь, как бы ладно, окей, ты в соцсети там как-то тебе таргетинг какой-то действительно тебя там пометили как э, там не знаю как участника каких-нибудь парадов, да? Но. И, ну и показывают, соответственно, тебе такие-то там публичные страницы, да, uh -huh. этих парадов. Но вот если конкретно это продается куда-то вне Facebook, а тем более продается каким-нибудь еще и службам, так сказать, например, э, сантехнику, управдому. Uh -huh. вот, и он может узнать, что я участвовал в параде и прийти ко мне, и встретить меня во дворе и сказать: ты что, в параде участвовал? А ты не Вместе, понимаешь, что, что ты ему ответишь, да. Да, и поэтому, ну, знаешь, как-то это стрёмно. То есть я понимаю, если они действительно используют в своих целях, это еще куда ни шло, и то, ну, немножко противненько. Вот, ну, типа, да, но таргетировать надо, ну, как бы окей. Но чтобы это никуда вот больше не выливалось только из ведра вот этого фейсбучного. Ты имеешь в виду, то, что было в Фейсбуке, должно остаться в Фейсбуке по Легасу? Абсолютно, абсолютно. Ну, я полностью тебя поддерживаю в этом. Хотя, повторюсь: я не столько не то чтобы злорадствую, но вот что хотели, то вот и получаем со всеми этими, так сказать, развитиями соцсетей, технологий и так далее. Я здесь Этих ваших технологий. По, по старикам немного отвечу, да. Надо я перехив... тебе больше скажу: ты ну... же представляешь, ты представляешь, там, наверное, целый отдел занимается вот только вот этим. И там, наверное, еще целый отдел занимается каким-нибудь машин ленингом, дата. Биг Дейта и так далее по поводу этого всего. И они там уже такого понаписали что это уже знаешь вспять не вернуть. Это уже программа, она убьет того, кто захочет удалить этот функционал из Фейсбука потому что это там до свидос. Можно новый фильм Марвел снять про конкретно эту хреновину, на которой написано там. Может быть, даже новый фильм Вачовски. Хотя их-то там уже пометили всеми возможными словами, вообще, которые есть. во всем заинтересованы. Ладно, давай, пошли дальше. Следующая тема это Денис, который следующая тема это Денис, Ух ты, который оставил нам тема. на его design.ru да темку, которую вот ему почему-то интересно, возможно это Денис из Челябинска, я не знаю, потому что он пишет тема по Челябинск, новая схема трамвая в Челябинске, как вам жители Челябинска, то есть он несколько раз использует это слово Челябинск и скорее всего он все-таки не житель Челябинска, потому что его интересует наше отношение к этому всему. Да, и если бы он был жителем, мне кажется, он бы высказал и свое в том числе. Да. Переходим. Ссылка ведет на, на Челябинского урбаниста. Это наш э, активный чувак из Челябинска, который, я так понимаю, да, он вроде как один, а может быть там их целая Не, у компания. у них команда. Он как бы у них да, есть фронтмены, там он абсолютно вылизанный такой чувак. Но ну, если ты хоть чуть-чуть захотел бы вникнуть, ты да, перешел. я видел, да. Вот, но у них там целая, конечно, команда трудится над всем дерьмом. Ну вот, короче говоря, э -э, пишет пост на ВК о том, что у нас, действительно, это пост абсолютно про Челябинск, то есть, э -э, как бы, вы можете мне сказать, а что интересно, в общем, может быть, Челябинск? Э -э? Для кого-то это, возможно, э -э, вот если в Америке сказать слово Челябинск, то не поймут, ну просто тебя не поймут. И придется объяснять, что это, как, как обычно, between Europe and Asia, вот это все, вот да, это все. Челябинск. Вот да. И, значит, а на самом деле прикольно, прикольно. Чуваки сделали, посмотрели на старую схему движения трамваев по городу Челябинск. Ты можешь ее показать сейчас нашему зрителю? Я, да, именно ее и показываю. Она выглядит, как вот я в детстве, мне очень нравилось рассматривать... Карты не натальные, они называются. А, а короче, да, карты, которые показывают, в общем, созвездие. Ну я понял, да, да, да. И это одно большое такое созвездие Челябинск. На самом деле одно большое, одна большая карта движения трамваев, которая, короче, достаточно очень сложно читается. Я тоже в детстве, кстати, такое любил. Лайк, если вы тоже в детстве натальные, перинатальные звездные карты любили. Да. Сложно читается карта даже не потому, что здесь надписи все нахрен в разные стороны написаны. Одни маленькие, другие большие, третьи мало текста рядом с другим. Э? А вообще, в принципе, вот эта вот зеленая хреновина, которая здесь единственная зеленая хреновина, которая есть, которая показывает все пути с остановками, угу. она абсолютно никак вообще тебе ни на что не намекает, что вот есть какой-то Челябинск, там есть какие-то там реки, поля, озера, вот какие-то что-то, какие-то места знаковые в Челябинске, которые есть. Непонятно, что пересекает какая линия, где, какие вообще... Ä, номера ä, трамваев. Ну, то есть, здесь есть номера трамваев, которые откуда идут и куда вот в, в конечных этих. Но видно, что это так набахано, как будто вот реально ты сел, короче, ä, в пейнте быстренько накидал, просто те чуваки попросили, быстренько, да, и все. А возможно, даже на этом и заработали миллионы рублей. Но суть даже не в этом: суть в том, что ä, чуваки, ä, о которых я скажу там ниже, дальше, mm -hmm. они решили переделать. Вот прям собственноручно три чувака, решили переделать. Уже на нормальную карту трамваев, так, схему трамваев. Так. И сделали посмотреть, что теперь все изменилось, как написано. И можно даже увеличить эту карту. И посмотри, во-первых, появились действительно, во-первых, они привели в порядок э, сам, сами пути, сделали их разноцветными, чтобы понимать, какой э, номер трамвая, как едет и куда и что. Угу. Они сделали водоемы, все как надо, где чего знаковые места: Юргу, Хренгу, Алое поле. Это наши знаковые места в Челябинске, просто вы не знаете, наверное, а я вам говорю. Даже сделали скрытую ветку, скрытую ветку, которая, ну, она не скрытая, но вы можете заехать, только если у вас есть пропуск. Подожди, а, вот дожди, видишь дожди, серая. где, я не понимаю. Вот есть серая такая область справа сверху, где написано а -а -а, ЧМК. Все я понял, понял, понял. Ход. Это я да. и сам знаю, что-то я даже не подумал, что... Ее а, так отдельно, понятно, понял. Представляешь, Рука. едешь на трамвае, а потом показываешь пропуск и едешь дальше. И едешь на Пекоковскую. Пекококсовскую. Пикоко. Вот. Охренеть можно. Ну слушай, э -э 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 Кокс это вот не уголь, это другая такая скоксованная хрень, которая топит. И она, типа, больше жар дает, поэтому там вот Мечел Кокс сейчас находится, завод. И там вот, ну этим вот. занимаются. Короче, смотря на старое и смотря на новое, можно понять. Ну, действительно. Во-первых, все горизонтально. Все надписи горизонтально. Все классно, все вмещается. Нет огромных надписей, нет пустых мест в тупорылых. Все классно и действительно спроектировано, ну, с душой. Единственное, что это пока ничего не распечатано, нигде не повешено, потому что там 20 тысяч рублей надо на этот проект, чтобы везде распечатать. Ну, по-моему, видимо, минимум. Uh, это этим... на одну, возможно, так. Возможно, на одну, да. Uh, этим uh, проектом занимались uh, на, на полном энтузиазме, как я понимаю, uh, Илья Бирман, достаточно известный чувак, uh -huh. uh, Саша Караваев uh, и Полина Лесникова. Саша Караваев, между прочим, я не знаю, он, возможно, будет uh, оповещен об этом инсайде, uh -huh. но это мой, это мой бывший сосед, на самом деле, когда я жил с родителями. Uh -huh он жил со мной по соседству. Сейчас, по-моему, он там не живет, вот, но тем не менее. Слушай, вас обоих чувак. покидало, раз и ты там больше не живешь Да, и этот чувак теперь, между прочим, дизайнер студии Артемия Лебедева То есть мы не зря называли эту тему как Челябинские Лебедевы угу. То есть этот чувак, короче, работает Ну и видно, у, видимо, у студии Артемия Лебедева сейчас тренд на то, чтобы, в принципе, делать какие-то схемы Uh -huh. И, короче, ну, видимо, вдохновленный аэропортом, возможно, или еще чем-нибудь. Да, нет, вот я сделана думал, вдохновленная классная схема... схема метро. Ну, да, и схема метро, естественно. Вот классная схема трамваев, которая реально намного-намного круче, чем вот это зеленое дерьмо, которое вот мы посмотрели в начале. Ну, да, я согласен, что вот э, изначально, по той схеме, которая была, там очень четко были повторены, так сказать. Э контуры реальных улиц нахрен не сдалось. Как бы это вот не суть важно. Все перипетии Свердловского проспекта там указать, как они выглядят. Вот. Но было бы смешно, если бы в метро в московском тоже были бы все перипетии, короче, нарисованы, а не просто вот как у них сделано. Это было бы, ну, интересно посмотреть. Ну, так. видишь, в отличие от э, трамваев, которые по реальным улицам ходят, метро реально можно геометрически было выкопать. То есть выкопать просто кругами, там, треугольниками и так далее. Ну, никто тебе это не... Ну, если только там каких-нибудь гранитных пород сточных вод не было в тех местах и так далее. Ну так уже из бреда. Uh -huh. Вот. Но меня, меня очень веселит то, что озера у нас э, как трапеция. То есть Смолина — это такая горизонтальная трапеция. Я когда в нее захожу купаться, да, там тоже трапеции везде прям внутри плавают, Вот, Миас у нас тоже такие трапециями. И Шершневское водохранилище — это вообще такое как... Как рация или как рюкзачок вид сбоку. Ну, смешно. Вообще, конечно, мне нравится то, что есть Такие достопримечательности, как музеи. И почему-то геологический музей, непонятно, Он давно уже называется краеведческий музей. И это на самом деле более, так сказать, правильное название, потому что там геологическая экспозиция, она все... это всего лишь одна из всех. Понятно, mm -hmm. что... А, ну, собственно, остановка же так называется. Все, я понял, вопросов нет. Остановка mm -hmm. действительно так называется, геологический музей. Вот. А сам музей уже давно под другой. А то, что там нарисовано, это вообще театр оперы и балета. Это я лошара уже. Так смешно, что написано... Вот если мы смотрим остановку «Алое поле», да? То угу. вот от нашего стоя педагогического университета до Аграрного есть человечек 7 минут. И до угу. Юргушника еще человечек 7 минут. Это, по-моему, единственное место, где... А, хотя нет. Там в ЧМ... на ЧМК написано, сколько до Когда идите еще 15 минут. Угу. То есть я просто смотрю, где, где еще минуты есть. Ну, доса, до сада победы. То есть до парков, до парков есть указание, сколько минут до парков идти. Ну, я больше чем уверен, что если именно сильно внутрь э, копать, то можно еще попридумывать, что добавить, какие детальки. Вот. Можно, но может быть это и лишнее. Хрен его знает. Ну, согласен. Кстати, вот я сейчас пытаюсь понять. А... Вот... А я смотрю, вот синенькая, тоненькая линия от вокзала до Комсомольской площади, например. Это что, простите? Будущее метро? Синенькая, <laughs> синенькая линия. тоненькая. Как самолет, которая. Так это и есть самолет. Это типа, видимо... Ну что это? Это раз... полоса разгонная до аэропорта, что Или оттуда какие маршрутки идут до аэропорта? Видимо, что-то это с аэропортом, да, связано. Просто, Потому типа, автобус именно... до аэропорта первый. Что, у нас первый автобус угу. на вокзале ходит? Не знал. Не, ну, первый автобус, я знаю, первый троллейбус на вокзале. Ну, в общем, сейчас это не суть. Кстати... Ну, слушай, м -м -м. я даже не юродство, мне реально интересно. Я просто вот, ну, не понял. Мне тоже, мне тоже интересно, да. То есть это какая-то хрень. Может, эта маршрутка долетает прям. Ну, короче, вообще... Ну, они в аэропорт. Все тоники синие линии ведут в аэропорт. Со Свердловского 45-е. С ЧМК-41, с, с ДК-строителей, с вокзала первая. Вот три линии, которые идут в аэропорт с разных концов города. Uh -huh. Остались вопросы. Может быть, это где-то в описании сейчас здесь было? Сейчас я попробую посмотреть. башня любой маршрут легко найти. Туман войны. А, ну это вот то, что с этим, с пропуском ты сказал. Смотри, они замечают, так, в пучках... В нет, ГИСа? Нет, нету вроде. А, там причем есть макет, как будто бы она в трамвае, но ты говоришь, что это еще и пока нету их ни в одном трамвае. Правильно понимаю? Ну, вот я сейчас, кстати, зашел к самому Александру Караваеву. Может быть, у него просто тут написано где-нибудь. Ну, что-то как-то... А, на его ну, там блоги. надо. Да, да. Тут... Ну, тут... Ой, нихрена, хрена, Я, короче, зашел к нему. А, mm -hmm. я зашел к Бирмачу, короче. Mm -hmm. И тут уже до свидос наворочено поверх э, этой... Поверх схемы трамваев. Там уже, короче, все. То я есть тебе могу по, сейчас... по мне, Я, да не, я сам зашел. Да, да. Ты имеешь в виду, можно еще улучшать... По тебе можно понятие. доработать, да. И там уже, короче, все. Там уже не видно, куда смотреть. Подожди, подожди. Я зашел к нему тоже. К Бирмычу. Ну и что, и где? Не вижу ничего сильно нового. на, Чел... на Челябинск Трэмс 2015. Ну да. там какие-то уже пошли другие остановки и так далее. Там уже пошли... Поч -поч -поч я смотрю на ту же самую. Я, может, тупой какой-то? Вот я перешел. Илья Бирман.ру slash uh, meanwhile слэш, all слэш, Челябинск Трэмс Диаграмм 2018. Правильно? Ну, я сейчас нахожусь на eliaberman.ru projects, а, project. oh, сейчас я 2015. тоже на projects перешел ага. и нет, все равно все то же самое. Ну, блин. Ну там Короче... они, может быть разве что развязку какую-то там где-то покрасивее сделали. Нет, давай я 2015 все-таки скину, чтобы почему 15, 18 чтобы... же должно быть. Ну вот я я не знаю, почему так написано. А я там тебе есть послушаю, сейчас... 2015, это что у него было раньше, я увидел, я увидел. Там у него да, есть переключение в 2008, 2015, 2017. Они несколько раз пытались это сделать. Вот, я вижу теперь, да. Ну, типа они упростили наоборот. В 2008 они троллейбусы еще совмещали. В 2015 уже остались только трамваи, довольно сносные, но с кучей еще побочных сереньких деталей, как пройти в библиотеку. Ну, то есть там реально серые еще маршрутки и прочая хрень. Но за ними очень сложно следить, поэтому да, в 2018-м они от всего этого отказались и там уже банальная тема. Да, 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 да. То тот, есть наоборот тот, мы прости, рассмотрели. Да. Ну и mm -hmm. правильно. Я только одно не понял, что за самолетики? А так, в общем-то, ну, слушай, мы по-моему достаточно. Кстати, как челябинец ты вообще рад, что такое происходит? Да, единственное, что на трамваях я давно не ездил, хотя, в принципе, не то чтобы это самый плохой транспорт. Возможно, для кого-то это будет очень такой архаичный транспорт, в котором можно пофоткаться, но у нас в Челябинске на трамваях прям вот э, ездят, потому что за неимением метро трамвай у нас практически как метро. Ну, слушай, давай так, я, бывает, езжу на трамваях. Ну, во-первых, я все маршруты трамваев знаю еще с самого детства, но ну, извинись, потому что я родился там, где можно было только трамвай. на трамвае перемещаться, да. Вот. Это первое. Второе: у нас трамваи, к сожалению, все еще то ли рельсы как-то не утоплены, то ли что. Ну, в общем, они так брякают при езде. Вот не как в Дрездене, я еду нормально, и там трамвай едет 80 км в час, и тихо, спокойно. А тут, угу. вот это, ты как бы едешь вроде 50, а стучит так, как будто ты едешь 350. И где-то в Японии. Я не... Потому что, ну реально, это... это не очень. У нас есть прям супер новые такие крутые трамваи. Но я на mm -hmm. них особо не езжу, потому что они все из центра либо на ЧМЗ идут, либо на вокзал, либо куда-то еще. И, ну как бы, по этим веткам я не езжу. Вот. Но я видел, они прям такие супер классные. Может быть, они так не бренчат уже. Не знаю. Вот. Но и самое, естественно, поганое, это когда ты едешь на трамвае и вдруг ДТП на путях. И все, и все трамваи да, стоят в проблему. стороны по, по 30 штук. И как бы уже, вот хоть ты какая у тебя красивая схема, а хрен ты куда доедешь? Даже если у тебя пропуск есть, ты уже на 19-м не сможешь до СПЦ6 доехать. Да, а, да. Так такие дела. Вообще, конечно, спасибо ребятам за то, что такое происходит. Я только одного не понял, а. Челябинский урбанист так к этому какое вообще руку приложил? Кто из, из троих, так сказать, людей вообще э, ангажирован челябинским урбанистом? Непонятно. Ну, видимо, он решил осветить, просто это как, эм, как, как прецедент, так скажем. Ну, да, видимо, просто осветил. У нас сегодня будет еще одна тема, где он там осветил. Поэтому да. Вообще, вот смотри, мы с тобой, казалось бы, такие себе эксперты, да, в UX и UI, но даже mm -hmm. у нас вот возникли определенные вопросы, даже к таким людям, как Илья Бирман и даже к таким и еще более крутым людям, как Саша Караваев, возможно, когда нам пояснят в комментариях, они обязательно нам это сделают и пояснят в комментариях чуваки, которые слушают или смотрят, что это за самолетик и что это любому барану понятно, что это, что это просто трамвай взлетает на полосу и влетает в другой город, вот, да. то, короче, мы с тобой поймем, что мы просто дауничи и нам пора на пенсию. Я просто пытаюсь тебя вывести на вопрос, который тебе давно уже хочу задать. Вот представляешь, вот у тебя племянник, например, подрастает или племянница, и вот ты uh -huh. видишь первые звоночки, уже кубики по цветам выкладывают, уже как-то это. Надо бы заняться или UX-дизайном, или UI-дизайном. Вот прям пойдет. Куда бы ты uh -huh. вообще отправлял? Как бы, вот ты что бы ты посоветовал? Ну слушай, ну я бы в какой-нибудь, ну, может быть, там, не знаю, типа университет там, или я не знаю, там, ну, какой-нибудь там. В один из вот этих наших трех, да, в которой семь минут ходьбы вот от трамвая. Чтобы пока эти 7 минут шли и думали о том, а что бы вот такое эдакое замутить через челябинского урбаниста. Это вариант, это долгий вариант. А мы же живем в 2018 году, долгие варианты уже как бы нас не сильно радуют. Поэтому я бы вот, я бы вот, сам себе, отвечая на этот вопрос, я бы предложил какие-нибудь курсы. Курсы. Курсов их так много. И 99,9% из них полное говно, поэтому вот мы с Никитой вам предлагаем курсы от Нетологии. Это, это настолько круто, это настолько mind-blowing, угу. что я, я даже вот, у меня голос дрожит, когда я вам про это рассказываю. Я не хотел, честно, не хотел делиться таким, потому что, не дай бог, количество мест ограничено и племяннику ему не хватит мест, чтобы туда записаться и поступить. Но... Но... это, понимаешь, до 23 июля, между прочим, старт уже 23 июля на UX дизайнера. Ты же показываешь лендинг нашему? Я, я показываю, на UI дизайнера тоже 23 июля. Тут не Да, поэтому одновременно все ваши и племянники и, и, вы должны успеть все-таки до 23 июля тем, записаться. Тем более, что нетология, они сейчас предлагают 25% скидку. Только вот до 23 числа, вот эту последнюю неделю, они предлагают 25% скидку. И я считаю, что это, это сущие копейки. Тем более, что они на самом деле предлагают обучение даже в рассрочку на год. То есть для тех, кто еще не работает по специальности, еще не работает UX-дизайнером, UI-дизайнером, не делает бесплатные схемы трамваев, mm -hmm. а, то есть такие варианты, которые можно просто с завтраков откладывать каждый месяц по чуть-чуть и в рассрочку расплатиться за весь курс, потому что те, тот старт, те навыки, которые вы обретете тут, они, они бесценны просто. Вот эти знания, их нигде больше не приобрести никогда. Там еще курс достаточно продолжительный, и мне это нравится, потому что, знаешь, вот бывают, типа, курсы какие-нибудь, которые там на три, занятия, знаешь, какие-нибудь. Что тебе эти три занятия дадут? Вот пять месяцев обучения в нетологии, это я понимаю, реально. То есть вот это курс, который полностью тебя погрузит в UX, в UI, куда запишешься и туда, и туда, и, короче, ну это реально, вот эта тема. Причем Потому это что... не просто там все пять месяцев ты лекции слушаешь, и как бы ну, преподаватели, они даже не ответственны. Прослушал ты там, не прослушал, чё, как. Вот на самотек не пущено. 66 часов практики. Есть даже групповые Это практически водительская практика, согласись. <laughs> так еще бы. У вас сколько экспертов-то там вам будет помогать? 25 занятий с экспертами отрасли. Причем не абы какими, а мы посмотрим чуть попозже, какие эксперты, пока скажем, что даже в итоге вас не выпустят просто так. Вам не дадут уйти, выйти сухим из этих курсов, потому что Mm -hmm. Будут дипломные итоговые проекты. Вам надо будет их защищать. Причем там на это отведено тоже там по 10 часов. То есть вы прям будете потеть защищать их стоять перед mm -hmm. ноутбуком. Естественно, это курсы удаленные, забегая, так сказать, вперед. Вот. Но они состоят из нескольких модулей, как сейчас принято. То есть, если мы говорим о курсах UX дизайна, то это 4 модуля и дипломная mm -hmm. работа, которая состоит из двух проектов. В UI-дизайне. Чуть-чуть попроще, там один дипломный проект, но он большой. То есть он уже будет на 16 часов практики. И тут, соответственно, тоже 4 модуля, которые вместе с теорией вас подготовят к этому дипломному проекту. Таких mm -hmm. вот, давай, Никита, сначала в экспертов UX-дизайнеров рассмотрим. <coughs> uh... Да, здесь вообще крутые чуваки, всякие. Например, uh, Ярослав Шуваев. Это, между прочим, head of RD. Акбарс Digital Technologies. Понимаешь? Вообще, ни хрен с горы, абсолютно. Он абсолютно. попал. Мало кто того, кто что еще? на Дэниела Рэдклифа здесь похож, еще похож и на Хуайджи Вуда, еще на и всех при совет. своих 20 годах, скорее всего, седой. Он уже настолько. Думай, да я... Думаешь, ему 20? Ну, слушай, вот глаза на 20 лет. Боятся, он молод, а руки молод, делают. Он молод душой. Это все из-за UX-дизайна, он продлевает жизнь, на самом деле, судя по всему. Ну смотри, раз ты говоришь, он на Дэниела Рэдклиффа, да, похож? Вот ты скролль дальше экспертов, mm -hmm, и вот так. Роман Шо Шелихов похож сейчас. на Рона Уизли. Если я посмотрю. Опа! Ну да, он О, еще почти. и руководитель направления развития электронных каналов для бизнеса в Росбанке. Ничего поднялся-то, а? Сначала Рон там а Алхамора не, не мог сказать, а сейчас вон он где. Кстати, если это мы в, посмотрим, то он еще и эксперт в, в курсах по UI-дизайну. Он единственный угу. на двух стульях усидел. Ну, это красиво. Слева, кстати, от него в UX Татьяна Колтунова, и она как будто в не Видишь, у нее такая то, -то у нее свитер с денной эмблемой. Конечно, конечно. Да, да. Поэтому с такими экспертами, я считаю, можно Ну, вообще слушай, ничего нет, не подожди. Бояться. И все-таки последний эксперт в UX-дизайнерах это Хагрид, я считаю. А Антон Казаков, ты имеешь в виду? Да, да. Ну, он с арбалетом, да, он гипогрифов пойдем покормить после этого. Что, а чем еще занимается руководитель проектов, интерактивный дизайнер в, лабо... в лаборатории Wonderful? Wonderful звучит как заклинание, опять же. Wonderful! И, хоп, и подлетело там что-нибудь, перелетело перед тобой. Я да, считаю, да, такие поэтому... люди, они просто не могут подвести, не могут подвести mm -hmm. на и сделать э, курсы какие-то плохие. На самом-то деле, кроме всего прочего, я считаю, нужно отметить, что нетология она гарантирует практически вам трудоустройство. То есть центр. И, кстати, да, карьеры, это очень важно. Они вам помогут либо со стажировкой, либо если вы классный, то сразу с трудоустройством. Это все будет абсолютно зависеть от того, как вы проявите себя на этих курсах. Потому что вообще, все в этой жизни, оно же от вас зависит. И даже ну, то, да. упустите вы вот такую гениальную возможность, как 25% скидку до 23 июля или нет, это то, что только от вас зависит. Так, понимаешь, ты еще э, на стажировку сразу в Касперске в какой-нибудь попадешь, и у тебя это сразу все окупаемо абсолютно. Конечно. То, что ты там в месяц будешь заносить чуть-чуть завтраков, это... Ты там заработаешь даже на одной уже бесплатной стажировке столько опыта, сколько... Ты будешь потом внукам еще рассказывать. Слушай, а я вот знаешь, что видел? Меня, mm -hmm. правда, не взяли потом, потому что я тупой. Но вот я знаешь, что видел? Но это уже зависит от того все-таки кто. Потому что есть нормальные люди, которые там и устроятся и так далее. Еще благодарны будут нам потом. Они потом скажут, вот, его веб спасибо за то, что меня сюда к вам привели. Потому что... Я считаю, по ссылкам в описании вы должны пройти в любом случае, потому что mm -hmm. копейки, которые там с вас просят на эталоге, они у вас... Это знаешь, как когда ты покупаешь стабилизатор напряжения или какое-нибудь реле защитное в квартиру, оно вот так. окупается за один скачок напряжения, потому что у тебя не сгорает 4К-телевизор, не сгорает компьютер uh -huh. хороший и так далее. И все, а ты уже все 10 тысяч, которые ты потратил на защитное оборудование, они сразу окупаются. Поэтому вот те копейки... Желательно которые... причем самому вызвать этот скачок, чтобы уже окупилось сразу, ну как бы... Чтобы, ну да, не ждать, пока 30 лет у вас проводка в доме начнет да. говнить. А все-таки, да. Кстати, если мы говорим об инструментах, которые, которыми вас будут учить использовать, то тут э, сплошь супер новые вещи, такие как Фигма, супер популярная yeah. сейчас хреновина, Invision. Если мы про UI-дизайн говорим, то Adobe Experience Design, новый, который вот вместе со скетчем теперь занимает определенную нишу. Ну и старый добрый Photoshop, конечно, тоже. На самом деле даже документы установленного образца вам выдадут. То есть удостоверение, чувак прошел, и с этим считается. Даже если вы вдруг mm -hmm. пройдете стажировку в, там, в Касперском, а потом заходите в Росбанк куда-нибудь или в Билайн, то вы можете с этим удостоверением дальше туда идти и говорить, ребят, я как бы стажировку, конечно, не у вас проходил, но хочу вот именно у вас работать, возьмите. И они после определенных вступительных испытаний скорее всего скажут вам welcome aboard, потому что, ну, не могут люди, которые прослушали такие курсы, остаться без работы, потому что такие такие люди нужны. Да. Как-то вот Окей. по ссылкам в описании Окей. обязательно проходите и, и вообще и не проходите мимо. Хотя бы просто да. зайдите и посмотрите, что вы теряете, если вдруг вы теряете. Потому что я бы на вашем месте все-таки приобретал. Согласен. Ну вот на этой ноте мы пойдем к следующей теме, которая, кстати говоря, с CSSTX непосредственно. Да, у нас следующая тема от Криса Койра, от толстяка нашего любимого. Про которого. Да, он, он, может, уже и не толстяк. Мы с тобой уже не понимаем. Он все-таки ходит по горам, не ходит по горам. То есть в итоге-то ходит. Но я на его инстаграм подписан. Ходит. Угу. Так, ну в общем, в чем суть? Мы уже, по-моему, только такие статьи с него с его блога обозреваем, но тем не менее: 11 годиков им исполняется на CSS Tricks. И это прям вот дата. Особенно для веб-ресурсов, некоторые веб-ресурсы просто даже домены столько не живут, а у него mm -hmm. ресурс растет, процветает, и все больше и больше. Он причем еще как-то вот как будто бы троллируя нас, говорит о том, что этот год был самым лучшим. То есть, у него каждый год самый лучший, вот этот год у него снова самый лучший. Mm -hmm. вот. Он, естественно, благодарит всех, кто читает, почитает, потому что без нас не было бы их. Они нам предлагают здесь какой-то опрос пройти по поводу того, типа, что вы хотите видеть на CSS Tricks и так далее. То есть они с, работают над вовлечением. Я не проходил, сразу скажу, не было времени, потому что, там, как обычно, 150-50 тысяч минут надо на это потратить. Но, допустим. Так вот, он говорит: мы больше всего в этом году вложили денег в этот проект. То есть, просто, говорит, вот, literally financially, если. Цитату прямую приводить. Поэтому, говорит, у нас намного больше статей, намного больше авторов, чем у нас было. И даже он, такие крупнобюджетные проекты, как наш гайд в Гутенберг. Гутенберг это WordPress редактор, новый, который. Я не помню, по-моему, все еще в статусе бета находится. Я не хочу вам соврать. Сейчас попробую перейти на их гайд. Ну вот, в WordPress 5.0 он обещает выйти. Еще он не вышел в WordPress 5.0, но гайд у них уже есть. То есть они смотрят в завтрашний день, а это не только лишь все могут. Вот, поэтому он говорит о том, что он, у нас здесь вообще классно. В том числе, кроме там платных авторов. Видимо, у них какие-то авторы получают за это деньги. Есть и такие люди, которые просто нам помогают, такие как Сара Драснер, которая написала целый гайд про view. Рассказывал, mm -hmm. как она там делала тему для Visual Studio Code и так далее. Главным редактором у них теперь трудится Joe of Graham. Это такой бородатый чувак, который на Мэтта Муленвега похож как две капли воды, если честно. Ну в комментариях mm -hmm. будет, поэтому mm -hmm. мне прям даже интересно, как, как такое сходство вообще возможно. Хотя может там какие-нибудь они оба голландцы, и все голландцы не на одно лицо, но тем не менее. Он здесь публикует скриншот их, так сказать, этого расписания, как постить. И здесь, прям вот у них отмечается платный, пост, неплатный, написан. У них посты написаны там за несколько дней заранее, на самом-то деле. То есть пост выходит через 5 дней, а он уже, в общем-то, готов ready to go. У него статус. И yeah. это круто. То есть, они прям пишут заранее, у них конвейер уже там целый. Кроме этого, у них есть Робин Рендл. Причем, несмотря на женское имя Робин, хотя нет, Робин это нормальное имя мужское. Но слушай, я и женщин uh -huh. с именем Робин тоже знаю. Насрать. Робин а Рендл это чувак, мужик, который делает имейл рассылку CSS Tricks. Я, кстати, на нее тоже подписан. Откуда, собственно, и узнал про этот пост. Так вот, то есть у них уже там так. целая команда работает шестереночки крутятся, уже 102 версии. Их и рассылки было, Но ну, не 102, 102 выпуска, не версии, а выпуска все-таки. Вот. Ну и он говорит о том, что нам приходится наращивать темпы, потому что мир взорвался, так сказать, статьями, блогами, которые пишут про там, IT и там, другие технические вещи. Он говорит, что все еще есть такие сторожи, как Eliste Parts, Machine Magazine, SidePoint, Envato Blogs. Но кроме этого появились такие гигантские штуки на медиуме, как Freecode Camp, UX Planet, Hacker Noon. Мы неоднократно с этих ресурсов тоже темки рассматривали. Mm -hmm. Поэтому, говорит, нам приходится как-то конкурировать, и вот мы вкладываем бабки, потому что иначе мы просто утонем в море вот этих других проектов. Тем более, что там-то это в большинстве случаев... Ну, хотя нет, там тоже бабки, наверное, замешаны. Совсем open source то нету. Но неважно. Ну, он здесь постит графики, выпендривается, как классно у них заходят все. И с каждым годом все больше и больше. На самом деле довольно-таки линейно. То есть каких-то сильных скачков нет. Все, все растет приемлемо, хорошо. Я был бы рад, если бы у нас также все росло. Вот. А он также говорит о том, что вообще-то он год назад в июле женился, продал дом в Милуоке, переехал в Орегон. После этого, ну, то есть, Милоки — это город Висконсине, а Орегон — это штат, конкретно в город Бенд. Вот, офис у них там новый. Кстати, в Бенде они теперь арендуют дом, то есть, у него, там он был, у него свой был, он его продал, а тут он арендует уже. У нас ребенок, говорит, родился. Купили машину новую, теперь у нас, говорит, прям полноприводная, хорошая, безопасный автомобиль. Видимо, в Бенде, в горной местности, нельзя без полного привода. Ну да и как бы на самом деле я бы тоже... Были бы деньги, можно было бы взять полный привод. Почему бы и нет? Вот. Ну и он говорит о том, что... То есть очень напряженный год был даже и в плане личной жизни. Это причем достаточно иронично, что даже несмотря на это, cs 3 все равно растет. То есть здесь я, опять же, по-белому ему завидую. Вот, ну, говорит, кстати, о бизнесах, рассказывает, что их подкаст ShopTalk уже 300 выпусков преодолел, о том, что у них на CodePen тоже есть подкаст, там уже 180 выпусков преодолено, и вообще, что, в основном, говорит, занимаюсь, конечно, CodePen, вот, но как бы, да, ну, благодарит спонсоров, которые есть постоянные, типа Media Temple и Jetpack плагины для WordPress, которые... На эти деньги, говорит, и живем. Сейчас у нас мы ничего не продаем на CSS Tricks. Помнишь, они какие-то футболки, там кепки продавали. Сейчас, говорит, ничего не продаем. Да, это говно. Ну да, наверняка это приносило меньше денег, чем... А ну, что Трихаус, кстати? Ну, Трихаус, видимо, уже не их постоянный спонсор. Я не вижу, у них есть... У них, по-моему, и нету уже даже нигде уведомления про них. У них есть вуфу еще, тоже более-менее постоянный спонсор, тем более, что Крискуэр там работал, когда-то он рассказывал. Но он, возможно, это даже уже с них и денег не берет, просто ему в приковых рекламировать. Хотя... Это странно, с учетом того, что он здесь дальше всех призывает. Типа, чуваки, если у вас есть деньги, то напишите нам, договоримся. Кстати, вы, уважаемые слушатели подкаста «Суровый веб», если у вас есть деньги, вы тоже нам напишите. Здесь появится подсказочка ютубная на ру. Мы будем рады любым предложениям. И ваш бизнес просто зацветет, если вы с нами поработаете. Поэтому вот он нас всех благодарит, что смотрим CSS Tricks. Обещает, что Выйдет 17-я версия дизайна. Мы, говорит, здесь любим поэкспериментировать с редизайнами сайта. Поэтому, говорит, сейчас пока нечего показывать. И сложно сказать, говорит, когда именно выйдет. Но будет прям круто. Поэтому будем ждать, будем смотреть. Когда выйдет редизайн, обязательно сделаем обзорчик небольшой. А вообще я просто по-человечески за него рад. Это круто, что до сих пор у них получается. И вообще и так хорошо получается я бы нам пожелал такого же. Да, молодцы, молодцы. Но мы знаем, что они, когда редизайнят, они у всех бомбят жопы сильно. Поэтому, возможно, он немного осознавая то, что это он пишет, он пишет сарказмом, так сказать. Мы готовим новый дизайн. Готовьте дерьмо, готовьтесь. Готовьте, копите говно, копите. Вот, но вообще, вот, ну их нынешний дизайн я даже докопаться не могу, он прекрасен, то есть тут все прям интересное, такое все какое-то, все просто классное, поэтому я я считаю, что все у них получится, я только скучаю по анимации, когда у них на логотип можно было навести, нажать там кнопочку типа вкл-выкл и там mm -hmm. CSS Tricks, и все такое было, но вот да, сейчас это куда-то ушло, но неважно, вообще да, повторюсь, у них очень круто И я думаю Крис Хойер не последний человек На которого мы ориентировались Когда вообще весь проект создавали этот, этот как бы. Ну да, естественно В принципе и... у меня дети на него еще ориентировались это, это, это правильно, у меня тоже Переходим дальше Бургер Кинг следит Можно посмотреть еще апдейты И разобраться в вопросе Пишите мне в слайке Короче, суть в чем Все кто слышал или все кто не слышал знают, что Burger King, между прочим, своим приложением, оказывается, прям берет и записывает ваш экран. Причем независимо от того, что, когда, как, берет и записывает ваш экран, приложение Burger King. А это узнал один из чуваков, который сделал, по-моему, пост изначально на пикабу, что ли. Он, короче, взял андроидовое приложение, расковырял его по полной, посмотрел, там проснифал, так сказать, что вообще, куда, что, долбится. Yeah. И реально увидел, что прям в MP4 в наглую пишется видос. Эм, запись экрана передается, как обычный MP4 поток. Я По так понимаю, все. Больше батареи жрать тогда бургерки. Ну все, все-таки да, все-таки это, естественно, происходит именно в приложении. То есть если вы, конечно же, выйдете из приложения или его скроете, он не будет записывать экран ваш. Да, он записывает именно приложение, приложение, но тем не менее один хрен неприятно, один хрен неприятно, тем более что бургеркинговцы знают, что вы жрете у них в бургеркинге. Тем более еще что использует. еще хуже, да, что еще хуже, они знают вашу банковскую карту. А, -а, а, точно. Да, я но происходит думаешь, что -то еще хуже, как бы. Да, вот оно. Что да, они подключили специальную хреновину, как многие подключают, аналитику э и статистику. Апси, апси, э эпси, да. Это какая-то, ну такая дорогая метрика, такая крутая понтовая, короче. И э -э к ней тоже улетают все данные, абсолютно, собственно, с видео, как я понимаю. Э -э естественно, когда чувак создал пост, ему начали отвечать разные разработчики там. Э, типа, да, не-не-не, вы что, мы собираем никакого видео. Там это все аналитика она сама там что-то делает. Мы собираем только, ну, естественно, по всем канонам, только циферки, буковки, и никто это не относится к себе. Не абсолютно, конечно, да. Потом, после этого, началась такая тема что такая пьянка, что на Фопеди на вот этом форуме знаменитом Задротов. Да. и прочих чуваков, да, там э, главный даже чувак по э, этому... Там еще суть в том, что э, приложение это делалось вообще, ну, не Бургер Кингом, естественно, а, а, а Е-Легион некими разработчиками. То есть просто взяли чуваков, вот, типа, и давайте сделайте. Ну, заказали у них приложение Бургер Кинг, и вот. И вот они-то имеют доступ к этому всему. и вот чувак, который, собственно, отвечает за это, за все, главный вообще чувак, самый главный на FOPDA, Сначала говорил, не-не-не, мы ничего не собираем, чуваки, стопудово. А потом... Подожди, то есть он 4 э, видимо... он же и е -легионовец. Ну, он, в смысле, 4 он просто ч... участник форума, так скажем. Он а -а -а. просто, у него там аккаунт есть. А, я просто я думал, что начальник 4PDA, он же и начальник Елегиона. легиона не, 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 это, естественно, никак не относится абсолютно. Uh -huh. Вот. Он там типа отвечал, ну практически как, знаешь, вот на Reddit есть такая тема типа как Ask Me там. Ну конечно. Говно. Конечно, не Вот у него да. там есть такая такая же темочка, короче. И он там типа выезживает. И суть в том, что, короче, он такой говорит, не, 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 не собираем. Также все повторил все. Uh -huh. А потом, видимо, его вывел уже из себя этот чувак, короче. И он говорит, да ты говорит, чувак, ты просто типа ты на, на миллионы нагибаешь нашу компанию тем, что типа распространяешь ложное говно. Я вот только что у тебя узнал, куда ты что нажимал, ну, как бы вот так и пишет реально. Mm -hmm. Ну, не этими словами, но именно вот такой смысл вкладываешь. Что я вот узнал, куда ты там нажимал и так далее, и так далее. И чувак какой так, погоди, погоди, вы же ничего не собираете. Вы же, типа, ну, короче, он сам обсирается, получается, в своем посте и. Подожди, подожди. Сам то как есть какой... он не то, что это просто там, я мамку твою ебал, а... а именно он что? Да, кстати, говорит, ты что там, что вот я вчера жрал Биг Кинг. Да, да, он говорит, я вот, кстати, узнал, на какой-то там магазин нажимал, короче, и там ну, уже начинается дерьмо. И, короче, суть в том, что он как бы не подтверждает свои слова, что видео все-таки они не записывают, но он свою репутацию как бы ответов получается портит тем, что одной вот этой ложью получается все остальные ответы тоже могут быть как бы ложью mm -hmm. по сути соответственно и видео могло бы быть тоже записано потому как и чувак тоже рассказывал что действительно видео записывалось и он прям привел пример как оно записывается и никаких там черных квадратиков на банковских картах как э, написал тот чувак нет никто там ничего не зачерняет и там полностью видос снимается о пользовании тобой Приложением Burger King, соответственно. Вот, вот. Поэтому, ну, короче, все еще, я так понимаю, не развенчен миф, то есть так и есть, похоже, что, похоже на то. Другой вопрос, зачем эм, так тупо собирать аналитику? Ну, то есть, типа, если они действительно ничего плохого не хотели, с одной стороны, то, ну, хранить столько mp4-шек. Да, конечно, ее же обрабатывать неудобно. Стоит. Это надо каждый видос отсмотреть и в Excel забить. Ну, условно, в Excel какую-то да, пацаны, Да, но пацаны, которые, ну, параноики, они предпочитают думать, что это Е-легион, просто козлы. Ну, в смысле, что прям могут uh -huh. быть, могут хивиться злоумышленниками, что они прям реально. Типа, Бургер Кинг про это вообще не знает. Uh -huh. А типа, Е-легион может просто, ну, делать, что хотеть с этой инфой, и, там продавать эти карточки, куда хотят, опять же. То есть, ну, вообще, по жесть. Ну вот, так что вот так. Ну дела, ну дела. Подожди, а то, что я тебе с кода Дурова скинул, там то же самое? Ну там просто обобщенная как бы инфа, тут угу. более как-то они немного размазали ее. Вот, а там более обобщенная инфа, но по сути ничего нового не сказали. То есть вот как вот такая была тема, что действительно. Я просто не знаю. Может быть, iOS не собирается, может быть, app в iOS не собирается. У меня просто было приложение Burger King, недолго было установлено, uh -huh. и потом я что-то типа сносил, потому что, я его сносил даже не потому, что я сносил, а потому что мне надо было в телефоне памяти чистить. Ну, типа, нахрена мне это приложение Burger King, я еще каждый день там жру. Вот, и не знаю, как это работает на iOS, но на Android вот расковырено конкретно, потому что iOS ты так просто не расковыряешь, естественно, приложение. Вот. А тут он более-менее как-то проснифл, там симулировал, схренировал на ПК именно эту, короче, сборку Борьер Кинга, там и так далее. Да уж. Даже как-то и гадливо стало на душе. Ну да, еще, естественно, они там приплетают, что вот, в принципе, Бургер Кинг, ну, короче, по нашему с тобой, в общем, другу, бесит, что еще и рекламная кампания у них жесткая, в общем, они жесткие чуваки, там еще чуваки с матами отвечают именно, то есть, они именно срываются, короче, и, знаешь, типа, ну, портят общее впечатление о, от, от переписки с чуваками, то есть, понимаешь, они начинают на маты скатываться, типа, да ты там козел такой-то, такой-то, там начинается говно, выяснение отношений, типа, хотя им чуваки просто явно указывают, что у них, типа, ну, в приложении не то, чтобы даже дыра, а что-то неправильное творится. Вот, ну, они начинают... Достойное поведение. Достойное поведение, да. Ну, это имеется в виду, что у них реклама, типа, не очень достойная с их супер хайповыми новостями. Ну, короче, ты понял. В общем, это все одна большая репутация Бургер ну, слушай, видимо, так и хотели. То есть я как бы полностью буду считать, что ну, это все да. спланированное дерьмо. Но не в смысле, что даже вот ну, это. не про вот видео, все, про... а про да, а, да. да. То есть они умышленно делают такую именно агрессивную рекламу и, и да. Так, следующая тема у нас. Ну, давай так. От себя скажу, что мы, я мне, мне ни разу не подгорело от рекламы Бургер Кинга. Они это делают довольно-таки остроумно, и они же все равно именно на молодежь ориентируются. То есть я просто уже вижу, что некоторые посылы, они уже мимо меня, они где-то под меня уже идут, я имею в виду в возрастном, так сказать, возрастно э возрастной возраст целевой аудитории. Поэтому, ну, делают и делают. Давай так, начнем с того, что мне просто не сильно нравится Бургер Кинг, как еда. То есть я неоднократно попадал на то, что бургеры там были какие-то разогреты. То есть они уже отпотевшие были, и уже булка была, ну, не свежая, короче говоря. Я вообще... Не, ладно, это все даже вот, ну, не про еду. У них очень плохой сервис, короче. То есть вот реально, сколько я ел последних разов, то есть даже не то, что это, типа, бывает иногда, да. Вот реально, последний там, допустим, условно, пять раз каждый раз я проверял свой заказ, и мне что-то не хватало. А то последний прям раз... до того, что забывали какую-то позицию? Просто не кладут, просто не кладут. В Макдональдсе такого никогда не бывает. Ну, согласен, ну То есть, вот, ни чтобы тебе не положили, не, положили картошку, например, условно. Угу. А в Бургер Кинге постоянно приходится перепроверять по чеку, вот реально. А, и, ну, не отходя от кассы, соответственно, подходить и говорить, ну, вы что, типа, чуваки, гайс, come on, у меня два соуса, а не один. Угу. Или вообще другой соус. Ну, то, то, там, ну, то есть, вот такое. И последний раз, это вообще был, был до свидос, я ел, короче, у нас в роднике, в Бургер-Кинге, и там, э, м, короче, перестало работать, по каким-то причинам, короче, нельзя было налить э, газировку из вот этого бесконечного автомата. Mm -hmm. Мне, конечно, поставили, видимо, то ли по ошибке, то ли как компенсацию э, стакан мороженого, полностью пломбира налитого. Mm -hmm. Вот. Но, короче, никак абсолютно не возместили то, что я реально запить не мог. То есть просто, короче, я купил стакан угу. и как бы все. И Подожди, куда а если его? рулиться с ними, говорите, налейте там у себя. Они, сзади. Там 100 человек с ними же рулится, они такие, нет, ничего не можем помочь. Там чуваки студенты 18-летние. Им вообще насрать, что кто им что говорит? Да. Ну, короче, Бургер Кинг это, это конкретно, вот если говорить не про их онлайн-сервис и рекламу, это офлайновое говно. Поэтому. Обсуждать их рекламную кампанию я вообще смысла не вижу, потому что она иногда прикольная, иногда слишком детские шутки на мой вкус, но сам mm -hmm. факт того, что там невкусно, там непонятно. То есть вот Кинг» нельзя просто так заказать, только в обеде его можно заказать, да, ты меня научил уже. Ну сейчас уже можно, конечно, да, но мы не ну, будем даже на этом... На, на стенде да. я даже вот не нашел его, я там был буквально две недели назад, не нашел. Mm -hmm. То есть там вс все время тебе норовят втюхать какой-то лишний лук, чеснок, бекон, за который ты еще 35 рублей доплачиваешь за каждую штучку там. Ну, ну, ладно, они еще да. так дружелюбно говорят, может, бекон добавим? Ну, типа, как будто она дарит тебе его. Ну, хрена это 35 рублей лишних там. Доп... Ну, короче, ужас. Переходим на следующую тему. Следующая тема у нас от Хейдена. А следующая не ужас тема? Нет, не ужас ужас, она такая более-менее шутливая. У -у -у. Так вот, Хейден написал ее. Я не знаю, это имя или фамилия или вообще-то как-то кликуха. Погонял. Вот. Да, погоняла. Мне, говорит, это... Я, говорит, описание у него такое с претензией на шуточку. Я, говорит, часто ем рис, и у меня нет ауди. Я знаю CSS и accessibility. У меня блог так. об инклюзивном дизайне взаимодействия. Вот такое вот. Короче говоря, статья называется CSS. двоеточие новый тип JavaScript. Э, забегай вперед. Погоди, погоди. А, ну да, да, да. Угу. Я ну, случайно че? не туда посмотрел. А Я случайно посмотрел, что на темку про эмодзи и такой думаю, чё? Потом все понимаешь, что да, да, да. да тем, ну, ну и чем? Темка про эмодзи кажется через одну. Так вот, mm -hmm. новый тип JavaScript. Забегая вперед, скажи, что это шутливая статья. Причем, кстати, здесь от Криса Коэра были хлопочки на медиуме. То есть, от самого? Да, да, у меня подписано, что хлопочки от Криса Койра, Сары Суидан и еще 300... 80. А там подписано сколько? 50 он хлопал, Не подписано. Причем, почему мне именно Крис Койра рекомендуют не понять А, я его фоловлю, все, вопросов нет. Или подожди. Или, или он тебя фоловит. Тогда еще да, да, больше вопросов нет. Если бы он меня фоловил, это бы смешно было. Ладно, насрать. Короче говоря, нам Хейден говорит о том, что вот все, кто занимается вообще веб-технологиями, у них есть два понятия: HTML и CSS и JavaScript. Html для документов и структуры, JavaScript для взаимодействия и стилизации. Всегда, говорит, через свойство style мы просто говорит, стилизовали и все. Там, типа, какой-нибудь узел, там, .style, .color, .color, равно, там, red, условно. И до того, как добавили это API в JavaScript, авторы HTML пришло, приходилось писать в атрибут style. Ну, знаешь, инлайновые стили вот эти. Типа. Mm -hmm. Ну, это, говорит, было неудобно. А, чуть -чуть в JavaScript можно даже не только каждому присваивать, а говорит, можно вот делать документ query selector all, все параграфы выбрать, потом for each прогнать и для каждого сделать node style color red. Казалось бы, вообще mind blowing. Можно даже в query selector all передавать через запятую несколько селекторов, там и параграфы, и лишки, и ддшки, например. А хилы и танки, интересно, можно передавать или только ддшки? Ладно. Так вот, правда, несколько разных стилей сложно было ну, добавлять, потому что надо было Node Style Color, Node Style Background Color и Node Style Padding писать отдельно. Это, говорит, не очень удобно. Ввели свойства CSS текст, Node Style CSS text и в, одну строку в кавычках прям писать, как будто это инлайновый стиль. То есть color 2.red, background color black, padding 1 rem, например. После этого, ну, короче говоря, поняли, что в одной строке это не очень удобно. Потому что, ну, потом нельзя апдейтнуть только один какой-то, там, убрать что-то и так далее. Потому что, ну, в одной строке писали. Изобрели прототип элемент, элемент prototype styles. И там можно через параметр address перебрать его, опять же, через for each и каждому атрибуту Присвоить там какое-то значение, если мы перед этим в, 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 в объект это все записали. То есть, можно было бы вот так делать node.styles и в круглых скобках в объект передать color red, background, color black, padding 1 rem Это, говорит, вообще круто. Это прям здоровски. Но, говорит, проблема в том, что это не реактивно. То есть, если вдруг мы, допустим, сделали все disabлы, то есть сделали query selector all disabled, то есть все, допустим, кнопки или инпуты, которые disabled, им мы присвоили какие-то свойства. Если потом добавится вдруг новая кнопка с атрибутом disabled, то ей эти свойства уже не будут применены, потому что они применяются один раз в тот момент, когда отрабатывает метод и все, нереактивные. Можно, говорит, конечно, слушать через mutation observer, если вдруг изменился список узлов там по батону, то делаем, меняем там, ну, добавляем опять же styles сети 0.5, cursor not allowed. Но говорит, опять же, а вдруг свойства opacity и cursor были перед этим другие, и, и некоторые не изменятся, а некоторые изменятся на те же самые, непонятно. Поэтому, говорит, ура-ура, наконец-то появился такой стандарт, называется CSS. Это, говорит, конечно, всего лишь под множество JavaScript, которое оптимизировано для стилизации. Здесь есть, говорит, целый синтаксический сахар. Можно просто писать правила, вот, ну, то есть писать селектор сразу в кудрявых скобках все правила. Это, говорит, понравится всем фанатам кофе скрипта, потому что тут простой такой синтаксис, <laughs> без, без большого количества там двоеточий и так далее. Хотя, опять же, в кофе скрипте нету, по-моему, кудрявых скобок. Поэтому, хотя давно это было, я уже даже забыл, что там есть, что там нету. Неважно. И, говорит, самое прикольное, что оно реактивное. То есть на любую кнопку, которая новая появится в приложении с атрибутом disable, тоже применятся те стили, которые есть. Плюс в том числе есть каскадность. То есть, если вдруг мы на батон повесили background color blue и cursor pointer а на дизейбленной кнопке мы сделали cursor not allowed, то у всех обычных кнопок будет pointer, то есть ручка, а у всех дизейбленных not allowed. И если потом какая-то кнопка будет не дизейбленная, а enabленная обратно, то у нее cursor станет pointer. Супер реактивность, супер каскадность, просто mind blowing. Это лучшее, что вообще <с <vosotros> случалось с JavaScript. -ом. Ну и говорит, вообще CSS прикольно. Если вдруг ты ошибку, какую-то опечатку допустишь, то в JavaScript у тебя все приложение отвалится сразу и все. То есть оно уже дальше не будет парситься. С CSS все проще. Он только одну строчку эту не будет парсить, а дальше спокойно пойдет. То есть он говорит, CSS еще и более такой э, э, устойчивый, так сказать, к ошибкам. Ну и говорит, CSS намного проще решает проблемы стилизации, чем JavaScript, поэтому задумайтесь, говорит, над тем, чтобы использовать его. Ну и опять же, очевидно, что это шутка. Там сразу есть шутливые комментарии, типа, не работает в Е2. Тупо, да. Потом говорит, ну подожди, Хейден, хранить стиль в отдельном файле, это говорит вообще как-то странно. Может быть, еще и HTML будем в отдельном файле хранить? Похоже, по-моему, надо, говорит, просто пофиксить стилизацию в JavaScript, прежде чем изобретать какую-то хрень. Вот. И Хейден пишет, ну, если хоть и хочешь, можно встраивать CSS в HTML через элемент style. Но, говорит, не добавляй display none к style элементам, потому что иначе стили будут напечатаны на экране, просто и все, ну, смешно. Вообще, говорит, Человек пишет, хм, интересная идея. Вот тут CSS, конечно, Звучит как будто бы прям надо много будет технически изобрести, а как мы будем уверены, что оно вообще останется на плаву, так сказать, что его не забросит? Ну и Хейден отвечает, ну за, за него Гуглов пригласит, то есть как обычно, за любую из там библиотек. Ну короче, они тут смешно так обыграли всякое это дерьмо, вот, и там кто-то даже сказал, что ну блин, нет, лучше, говорит, это... Скорее всего, это все придумали просто, чтобы отказаться от реально крутых технологий, типа веб-форм. Поэтому я, говорит, пасую. Ну, смешно. Я, на самом деле, когда эту тему, опять же, брал, я думал, что будет что-то интересное. А, оказался такой полубред, но я, опять же, ее уже прочитал, поэтому думаю, ну, обсудим, почему бы нет. И даже не знаю, как это комментировать. Просто чувак написал Не, ну это и Остер вредные советы практически. Ну вот да, да. То есть, если бы это было написано именно хорошим русским комедийным языком, было бы, конечно, смешнее, чем вот этот мой костный перевод сейчас. Вот. Ну, как, как, как получилось, так получилось. Просто я уже из песни слов не выкинешь. Я уже подготовился к этой темке и решил ее не дропать, потому что, ну, а зачем? Да. Окей, следующая тема. Такая позитивная. Короче, на vc.ru написали статью про чувака Джона Шнаттера, который создал пиццерию Папа Джонс. Так. Эм, и здесь действительно такая мини-автобиография про то, как э, Джон Шнаттер э, жил, здравствовал. Но он сейчас живет и здравствует. Но тем не менее, э, и работал э, вообще там, по-моему, он то ли посуду мыл, что ли, короче, да, мойщиком посуды в 15 лет устроился. В местную пиццерию рокер. Ну да. Ну да. И потихонечку-потихонечку начал экспериментировать с соусами и со всяким таким. Ему было интересно. И он еще смотрел на своих родителей. То есть мама у него была такая супер, я так понимаю, бизнес-вумен. Я думал, что ну, мама и... у него такая, ничего, да? Ну да, агент по недвижимости была примером для сына и ставила высокую планку для школьных оценок и качества работы. Не то, что бизнес-вумен, а она именно высокую планку ставила. Угу. А батя, он типа судья и предприниматель, но он, у него все попытки были неудачные. Ну, многие попытки были неудачные. Но сам Джон, Короче, вдохновлялся, наоборот, тем, что батя неудачные попытки совершал. И, наоборот, думал, что будет, я буду так же делать, но буду круче. Просто много стараться буду. Вот. Ну, достойно, достойно. Соответственно, короче, да. То есть, он не то, что расстраивался, смотрел, думал, блин, ну, батя неудачник, я такой же буду, короче. Не, он преодолевал это все. И, короче, в общем, уже на... видит, что батя опять там открыл какую-то хреновину очередную, которая, опять же, в убытке работает. Он продал свой шевреле Камаро на, то, на тот момент, в 2009 году. Wow. А, фу, в 2009 он вернул, извините. Он продал, да, свой шевреле Камаро и вложился вот и открыл, короче, пиццерию. Вот на том месте, где у бати был бизнес какой-то там умирающий. И, короче говоря, поперло. Поперло. Он, во-первых, просто опирался на то, что будет делать. Пиццу конкретно, типа полностью из хороших ингредиентов, без всяких там, э, каких-то, типа э, плохих добавок, скажем так, mm -hmm. вот. Э, короче, делал полностью классно, в общем, И он без души. Дымового, короче, я занял. понял, красители, да. <с <с всего типа, короче, да, вот это всего. Значит, ну, кроме этого, естественно, он очень сильно заботился вообще о всем о персонале. Такой жесткий чувак, короче именно все короче подбирал тщательно всех людей, кто как работает, короче посмотрел, как реагируют клиенты вообще, если оставляют там куски или корки, то это значит уже плохо, типа пиццу должны полностью сжирать, типа чтобы классная вкусная пицца. Но реально у него поперло, короче, и там начали уже и франчайзинги открывать и так далее, так далее, так далее. Вот я говорю, в 2009 он все-таки вернул свою Chevrolet Camaro, которую он вложился, для этого даже нанял чувака из ФБР на поиски этой тачки и заплатил за нее 250 тысяч баксов. На протяжении 26 лет разыскивалась. 25 тысяч баксов это не сильно много, если мы с тобой вспомним. 250 тысяч баксов за Камару и 25 еще... Все, тогда много. Нормально, нормально. Я думаю, что хорошо, неплохо. За 25 тысяч баксов можно было бы и самим нам сейчас взять. Ну ладно, продолжай. Да, да. Нет, конечно, за 250, да. 25 тысяч баксов это, кстати, такая стандартная цена вообще за машину, в принципе, Согласен, в Америке да, за какую да, да. такую, да. Я помню, там импреза да. какая-то суба стоила, там тоже конца 2000-х, примерно столько же. Ну вот. Короче, ну да. Поначалу, естественно, Папа Джонс э, пицца брала и тем, что дешево он продавал, там за 5 баксов в отличие от 10 баксов у конкурентов. Пивас еще за 50 центов продавал. Ну, короче. И стремительно-стремительно вообще зарабатывал бабло, конкуренты охреневали, и в итоге там и пицца-хат, короче, с ним судилось за слоган, им не понравился слоган, типа, раз пицца шнатора лучше, а то все остальное хуже, типа, короче, просто за всякую хрень, кстати, не выиграли, ни хрена, и, кстати говоря, по поводу пиццы-хат, вот мы с тобой жрали Папа Джонс в Америке, так. А я ел пиццехат э, ну где-то года два назад в Питере, короче. Uh -huh. Просто вот в питерске пиццехат я зашел. Я ну, типа, ну не пробовали. Мы в Америке так и не зашли в пиццехат. Думаю, ну я в Питере возьму. Такое, такое говно. Короче, я просто охренел, реально. То есть я даже не знаю, как это может конкурировать с Папа Джонс. Великий, если вспоминаю Папа Джонс, ту самую пиццу, это просто Мы ну, еще Папа Мерфис кру... Да, но Папа, да -да -да. папа Мерфис и другое. Папа Джонс, мы прям заказывали по телефону. Ну вот, да, это которая вместе с Гарлик Солсом да, проходила. Да-да-да, и... да, это, ой, конечно, ой, 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 ой. космос. Ну вот, короче, но в какой-то момент, кстати говоря, было плохие времена для Папа Джонс, потому что в какой-то момент он немного отошел от дел сам, mm -hmm. Джон Шнатер, короче, и типа возложил это на других чуваков. Причем там немного по Стиву Джобсу. Короче, во-первых, в этот момент все стало загибаться сразу автоматически, все, весь Папа Джонс нахрен. Все чуваки, новые менеджеры, не так сильно следили, в общем, не по тем канонам, короче, стали делать плохо uh -huh. а Франчайзинги, которые обращались к, вот, к настоящим компаниям, перестали, знаешь, они стали уже более разрозненно, сами там с собой как-то вариться Короче, был упадок жесткий, и самое главное, шнаторы начали кошмарить чуваки-акционщики они, короче, типа, давайте, типа, сливать акции, короче, покупать у него акции, ну, напрашиваться, типа. Mm -hmm. В общем, полностью его сливать из э, директоров. Mm -hmm. Он, короче, ни хрена не слился, и mm -hmm. в итоге он пришел заново э, воскрешать, так сказать, и восстанавливать свою репутацию, потому что репутация была уже вообще очень хреновая. То есть, вот как у нас не, не так давно, по-моему, в Челябинске был скандал с э, Додо Пиццей. По поводу того, что наркота. То, что наркота, короче, что, то ли наркота. в. Ну то ли, короче, в самих пиццериях, то ли, короче, типа ну, типа, кладки оставляют в пиццериях, что-то uh -huh, такое, короче, uh -huh. что-то связано с, с тем, что в пиццериях наркота, короче. Подожди, yeah, вот. а это ли не доставка онли? У них есть вообще места? -то, у то, них -то? есть, да, у них есть места, uh -huh. но они такие, как бы, непопулярные, но, тем не менее, у них есть они, uh -huh. да. И оттуда, собственно, выезжают чуваки доставлять. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но там ты можешь, кстати говоря, даже по скидке что-то там взять, пиццу там, то есть то приедешь. Короче, это уже пройденный этап Папа Джонса, потому что в Папа Джонс там были супер, когда пришел обратно Шнаторич воскрешать. Там все уже погрязло, короче. Папа Джонс был просто рассадник говна, что, короче, доставщики, если попросить дополнительные оливки, доставят тебе с наркотой, короче. Ну, там вообще плохо, просто плохо. Короче, оплата сотрудникам была хреновая, короче. То, что очень сильно много спама, спамили Папа Джонс, чтобы продвигаться, короче. Ну, по поводу обвинений в расизме, тут уже сам Шнаторич, он, короче, я так понимаю, в каких-то заявлениях поддерживал Трампа, mm -hmm. и, и, короче, не поддерживал Обаму из-за этого, короче, ну, в общем, ну, видимо, он встал на сторону просто Трампа в какой-то момент, и, короче, те чуваки, которые за правых они как ну тут альт-правые, так называемые видимо которые за Трампа там типа не жесткие правые типа там короче не жесткие жесткие правые да такие какие-то видимо другие там я не знаю их видимо много я не знаю там есть еще какая-то акция уфу акция есть еще какая-то организация NFL эм, вот и короче NFL это National Football League а, ну угу. вот, короче. Папа Джонс официальный спонсор э, национальной а, футбольной лиги. Ну, это... Но только я не понимаю, э, короче, почему-то чуваки... Ну, видимо, там это все как-то соединено, что правые чуваки, они там тоже как-то соприкасаются с НФЛ, ну, как, в принципе, и угу. у нас, угу. но только другое, там другой футбол немного. Короче, м -м, тем не менее, шнатович он как бы вот считается такой, типа, альт-правый, скажем так. По заявлениям короче но восстановили они свою короче когда мы жрали уже в америке uh -huh. в 2013 условном году там 14 короче тогда уже вроде как и репутация более-менее восстановлена была, по моему ну, то есть это я не заметил того, что нас кто-то как-то косо смотрел, когда мы там заказывали или что-то еще. Не, косо не косо, в смысле, что вкусно было. Вкусно, да. То есть уже. Да, я... Может быть, нам правда наркотики туда добавляли, опять же, я не знаю. Ну мы дополнительно оливки вкусно, не просили. Короче, вот такая история про Папа Джонс, Я не знаю, она есть, по-моему, в Москве, не знаю, в Питере. Вот, но у нас, к сожалению, в Челябинске Папа Джонс нет. Да, мне кажется, у нас все равно это будет немного по-другому. То есть даже Макдональдс, казалось бы, и то он в Америке чуть-чуть другой, там и мясо другое уже, там, ну, что говорить, там даже сахар другой в Кока-Коле, поэтому... Ну вот, так что такая история успеха одного чувака. Ну, довольно-таки успешная история успеха. Я даже как-то... Интересно, как они вот его откопали сейчас. А щ... Ну, то есть, подожди, интересно, сейчас-то прям круто все у него или нет? То есть ну, вроде и... как сейчас он уже отмылся от всего. Uh -huh. И сейчас вроде круто, да. Шикарно. Вообще, вообще, а, здесь еще указано было, что он застраховал свои руки, потом там на какие-то дикие бабки. Потому на 15 что... каких-то миллионов. <связычных> да, 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 да. Что типа он иначе не сможет месить тесто и что-то там соус намазывать. Ну, то есть он любитель еще сам, видимо, попечь пиццу. Вот да. Видимо, он все-таки как бы еще повар от Бога, так сказать. Повар! <laughs> вот, да. Повар. <кхм> Следующая тема у нас про Apple и про MAD. Mm -hmm. Что-то мы сквозно да, как-то вспоминали сегодня про MAD, если я правильно помню. Или нет? Я, так, я только случайно ошибся, думал, ты просто читаешь а, эту тему. Вот, уже. Но я же говорю: вспоминали. <laughs> это для меня уже достаточно для воспоминаний. Apple готовится представить как минимум 70 новых MAD для iPhone, Mac и Apple Watch. Ну, как обычно. Сейчас у нас беты прошивок идут, которые там iOS 12, macOS 10.14 Mojave. И mm -hmm. там новые MAD добавлены, как, как люблю. А я вообще люблю Мохави, Mojave AMD. Outpost, а, Да, это мы уже говорили. И, ну, кроме того, что там добавят всяких рыжих, кудрявых, седых и, и лысых, что, в общем-то, mm -hmm. конечно, без этого никуда. Вот, ну там угу. добавили прикольные всякие эмодзи, это я уже от себя говорю, здесь не было, где типа, Давай. помнишь, как Аршавин, когда забивал, он пальчик держал типа, да, 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 вот да. такой эмодзи добавили, например. Нифига, это в честь него? Думаю, <н desarrollo> um> да. Кто еще? Больше же никто так никогда не делал. Вот, поэтому прикольно. И, может быть, там какие-то еще добавили, я еще друг... не, не видел. Вот. Я что хотел сказать в тему, короче, скажи. Недавно видел. Э -э Недавно он видел в Инстаграме у Тони Хоука. Uh -huh. Тони Хоука, знаешь, да, такого? Весна? Ну, я понимаю, кто Он это написал, кто? что они там чуть ли не, знаешь, пролоббировали. Ну, может, не пролоббировали, хрен его знает, короче. Э, ну, или просто он, короче, типа супер всех поздравлял с тем, что, наконец-то, скоро везде добавится Эмодзи скейта. Yeah. И, короче, уже добавилось, я попробовал в Твиттере. Ну, по крайней мере, я попробовал, что можно в личку кидать. Типа в личке точно можно, а в... ну в смысле я просто типа набрал там этот символик, а в этот сейчас тоже попробую. Да, можно. Тут тоже такая же абсолютно, тут тоже есть скейтик. Я даже сейчас его запащу. Прикольчик. Да, скейт есть в Твиттере. У вот. меня так что возможно и в МДЗ. Возможно. Вот, возможно ну, и в хотя хотя у меня последняя там четвертая бета. 12 а у тебя оси. на телефоне, в да, да. Я просто это сделал на веб-версии, так что ну, мало нет, ли это там... я понял, что я просто пытался найти сейчас у себя скейт в телефоне в Мади, в... uh -huh. зашел в спортивный, так сказать, блок и нету. Там только 777 ну, боулинг. Ну, может быть, вот снова... боулинг. Ну вот серфингов много, да. Фехтование это же есть, мать ваша. Фехта кюортлинг есть. Есть просто шайбы uh -huh. для керлинга, я тебе в телеге сейчас скинул. А скейта нету. Ну, может быть, еще будет. Может быть, еще будет, потому что э, еще будут какие-то беты. Кстати, uh -huh. да, я посмотрел, кудрявых, лысых нету. Я не могу их выбирать. Так что, возможно, с лысыми, с кудрявым и еще придет. Видимо, да. Ну и тут, естественно, на Apple Insider есть лучший комментарий. Пока я не вижу... А, ну и там, типа, для что лучше бы шлифовали iOS, типа, там и так много багов, какого хрена, типа, вы занимаетесь Emoji, там, и так далее. Ну, там кто-то защищал, типа, что вы думаете, что Emoji занимаются и багами в iOS одни и Тоже те же отдел, люди, типа, что вы, как бы, ну, одни хорошо работают, там, другие не так хорошо, поэтому, что вы начали-то? Ну, угу. и вот тут комментарий. Пока я не вижу, чтобы они ее шлифовали Да, быстрее анимации, да, все открывается Моментально, кстати, надо сказать, что В iOS 12 быстрее работает Это парадокс, uh -huh. то есть редко, когда Новая прошивка работает быстрее Но вот у меня на шестерке iOS 12 работает быстрее, чем 11 Прям в разы, это прям видно Да вот но, но есть такие нелепые глюки, которые просто не укладываются в голове. Непонятно, почему они вообще появились. У меня, например, перестало моментами работать 3D Touch и в Safari провал приватный режим. Извините, где мне теперь порно смотреть? И таких мелких багов везде. Я и репорты им слава, и скриншоты с видео. Если завтра все это останется, я не знаю, как дальше жить. Смешно. Чувак просто вздернется, пойдет, я чувствую, после этого. И будет таков, так сказать. Да, да. Люди отчаявшиеся. Ну, мы здесь в этом подкасте любим Эмадзи. Я их прям, прям реально люблю. Почему бы и нет? Они разнообразивают нашу жизнь, особенно когда их можно там в сторисах в инстаграме эти эмодзи брать, там растягивать, куда-то там постить, как стикеры небольшие такие. Это, это просто прикольно и все. Поэтому не, не понимаю, зачем их хейтить. Как бы можно просто молча mm -hmm. не использовать. Это, кстати, э, в этом, на хабре какой-то сегодняшней статьи был такой комментарий. Блин, я даже, говорит, это говорит, настолько жесть, что я даже промолчу. И Ему чувак написал: Ну, как-то хреново, ты молчишь. Ну, типа, что он же уже написал. Ну да. Вот тут то же самое. Молча бы не использовали, да и все. Потому что, ну, не нравится и не нравится. Мне нравится. Мэдзи это круто. Идем дальше. Согласен. А ты-то у Согласен. тебя Как и Мне ты все хочешь, классно. Вот скейт, скейт, сейчас от... скейт когда добавят. А, я бы. понял. Вот если сейчас у тебя телефон открыть. У тебя какой Мадзи самый часто используем? У меня какие-нибудь сердечки, наверное. Я думаю, сейчас я открою. Время, время. У меня котик с глазами-сердечками. Угу. У меня большой палец вверх э, загорелый. То есть я использую а -а -а, именно интересно. загорелый цвет кожи. Вот, ну, я тебе сейчас тоже скину. На втором месте у меня ржу не могу, до слез. Нормально, нормально, неплохо. Окей. Пойдем дальше. Следующая тема это у нас украинский HRS написано. Но на самом деле тема про то, что. Максон, собственно, он здесь нам и опишет. Я прям зачитаю его, и вот и классно мне будет. Максон предлагает нам на uvbizine.ru тему. Вы, кстати, тоже можете, абсолютно можете все зайти на uvbizine.ru, зарегистрироваться там или даже не зарегистрированным, оставлять свою тему. Может быть, несколько тем, чтобы мы их рассмотрели в следующем подкасте. Не факт, что они попадут, но если будет интересно, обязательно возьмем, рассмотрим. Так же, как вот у Максона. Uh -huh. Привет! Повсплывали в сети разные доки, не закрытые для, обще... для, общего доступа. Типа в Яндексе задают параметр поиска на домене docsgoogle.com и все дела. Ниже док, где украинские HRs пишут диагнозы айтишникам по итогу собеседования. Видел, находили доки, где вели список проституток, но с отзывами об айтишниках все же интереснее. Вот сам док. Оставляет нам Хорошо. Максон, я, я так отзывы понимаю. про проституток почитал. Интересно. Так, так как это как один это и тот же общение? док. Это один и тот же док. Короче, эм, суть в чем? Здесь, я так понимаю, это все-таки скопировано, наверное... Ну, уже скопировано-скопировано, так что... Чтобы не удалили. Mm -hmm. То есть, ну, наверное, это копия копии. Но, тем не менее, здесь можно порофлить над чем. Mm -hmm. И, например, вот действительно написаны имена кандидатов. Город. Э, на что претендует, так сказать. Ну, то есть, что могет... Кандидат. Причина: ну то есть причина, видимо, отказа, или причина, почему не надо брать на работу, или причина, почему уволен, и так далее. Mm -hmm. И какой-то доп комментарий. Причем больше всего нравится мне, что доп-комментарий написано по-русски. Просто uh, candidates name, city, candidates occupation, reason, доп комментарий mm -hmm. И, э, короче, первый столбец, естественно, и называется. Не знаю почему. Возможно, кто-то случайно ввел, когда Ctrl-S сделал. Ctrl, не знаю, Ну, про что-нибудь вводил. Короче, видим. Чуваку написано-написано. Хам, неадекват на вопрос об образовании и проектах. Ответил, зачем вам это надо? Вся необходимая информация у вас есть в резюме и т.п. Например, есть что еще? Неадекватный сотрудник пьет, придумывает небылицы, то у него рак, то его ограбили хулиганы и т.д. Дополнительно говорит, что у него панические атаки. Не рекомендую. Господи, какие-то реальные истории жизни, конечно. вот. Да. Давай почитаем какие-нибудь доп. комментарии кому-нибудь. Вот э, тот, который рассказывает не болится и пьет, плюс один к тому, что пьет, и что может пропасть из-за этого коммент от ну, такой-то от такой-то. -такой То есть, он может еще пропасть из-за того, что пьет. Он, между прочим, дот.Нет разработчик, кстати. Ненадежный. А, давай какой-нибудь, по всему. Я вот вижу, говорю, О, это, это тот еще полуадекват. То же самое. Звонки в скайпе моим рекрутерам. Письма задал бы это два месяца. Нас хочет выбить позицию, которой нет. На просьбу заполнить чек-лист, уточняющий вопросы по резюме, отвечать отказывается. Мол, это даже обидно, что вы такие вещи меня спрашиваете. Очень назойлив отказа не приемлет. А, а, и тут еще есть даже третий. Это единственный чувак, у которого есть доп-доп комментарий. Вижу, да. Я тоже с ним сталкиваюсь. Фух, пронесло. Только пару раз в Skype писал по всем остальным аккаунтам, но за пару дней понял, что не отвечаю, и успокоился. Господи. Ха-ха, красавчик, вот такие есть. Ну, в общем, просто я надеюсь, что все слышали про эту новость, что Google Доки действительно типа Яндекс их парсит, и можно, короче, что-то там найти, если это открытый док. Причем, даже не только открытый док, если ты, по-моему, хоть раз расшарил ссылку. То это уже, короче, палево. Причем многие люди хранят пароли в Google Доках и так далее. Поэтому э, заметьте: заметьте. Мы вас предупреждали, если что. Ну, это проблема этих людей. Я не думаю, что нам стоит даже как-то обсуждать, что кто-то хранит пароли в Google Доках. Ну, камон, guys. IOC, Мне yes, теперь только интересно, знаешь, что? No. Вот эти чуваки, которые попали в этот док, типа не, нерушимый, который просто в, в мемах уже висит, mm -hmm, mm -hmm. Э, они вообще как себя чувствуют? <laughs> Слушай, они все полуадекваты. Как ты думаешь, они себя чувствуют? Они и без этого да себя хреново да. чувствовали. Согласен. Ну, блин, конечно, такое. такое. Че, пройдемте далее? Да, встречаем Виталия. Вадим Погнали Авдеев прокомментировал. Рабочая группа CSS согласилась опубликовать Погнали, опять же. Здесь я вот честно вчитывался. Это и то, и другое ищутся из гитхаба в mm -hmm. репозитории группы V3C. Репозитория называется mm -hmm. CSS Working Group групп, э, Drafts. То есть черновики для рабочей группы CSS. Так вот, первое было issue, созданное 25 мая, ну, 18-го года. И там было о том, что давайте-ка добавим вложенность в CSS. Короче говоря, как в припроцессорах, что ты там делаешь... Э, ну, вот здесь от Ли и Вероу есть комментарии. Зрители, посмотрите, а слушатели просто представьте. Значит, решеточка фу, пробел п, пробел color red. То есть для всех параграфов внутри фу делаем color red. А есть именно mm -hmm. вложенность, как в сасе, То есть для класса .бар мы в кудрявых скобках внутри делаем ampersand p color green. То есть для тех пэшек, которые непосредственные дочерние элементы для бара, Color Green. Ну и, соответственно, для uh -huh. структуры, где два вложенных дива, фу вложен, ой, бар вложен в фу, и в нем параграф P, параграф будет, естественно, зеленый, потому что специфичность у вложенных... Будут выше, чем просто если фу через пробел написать. На самом деле вот эта вот замута со специфичностью мне кажется излишней, потому что это путаница до свидос. То есть когда мы угу. это писали в препроцессорах, она все-таки компилировалась в дефолтное дерьмо, которое было именно как вот просто через пробельчик. И ну Илья Веров пишет, что я, конечно, понимаю, что у нас со специфичностью и так полный Именно так и написал. Угу. А, вот. <laughs> вот вот. По-русски, Да. Но, говорит: надо, надо, говорит. я считаю, что надо. Я напомню, у него муж или там парень работает в CSW working group, поэтому, видимо, продается все-таки это постельный ну, да. режим ему он, он нарушит. Она, она? она его, она его продавит, да. Ну, она-то точно продает. <laughs> так вот, и вторая ссылка, которую Вадим Вдеев кинул, это... то есть этот issue был закрыт. Все. Кстати, давай посмотрим, чем он был именно закрыт. Там обсуждалось, 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 и сейчас я найду, где закрыт. Вот, закрыто. Спасибо, короче, всем, кто писал. Я, говорит, этот issue закрываю. Вот pull request, mm -hmm. чтобы добавить спецификацию в репозиторий. Ну и он дает так. ссылку на 2.8.7.8, который вторую нам в Авдеев. На 2.2.8. Почти, Ау. да, да. Ну и говорит, что вообще обсуждают еще вот в этих трех ищах. Джонатан Нил какой-то. Может быть, это как раз парень Ли Роу, не знаю. Хотя, его, судя по всему, он уже ей в дедушке годится. Продолжим. Вот это ищу 2.8.7.8. Оно открыто. И это открытый по реквест то есть э, все, они предлагают действительно внести это дерьмо, и о том, что, ну, то есть здесь есть опять же ссылки на то, как это будет выглядеть. Я считаю, что, ну и все, уже естественно, все прошло, все проверки и нет никаких конфликтов с базовой веткой. То есть когда-то это будет, когда-то это объединят мерджнут, так сказать, и будут уже имплементировать браузеры там, и так далее и тому подобное. Мы об этом, конечно, еще узнаем, вот, ну, когда уже ближе к делу это все будет происходить, но лично я против. Не потому, что я люблю препроцессоры и хочу их использовать для этих дел, а потому что это, блин, еще большую суматоху внесет вот в это. Действительно, со специфичностью все не очень просто. И все будет еще сложнее, и нахрен это вообще надо. То есть, ну, камон. Я понимаю, что CSS-variables уже добавили, да, эти переменные, опять же, из препроцессоров перетащили сюда с абсолютно корявым синтаксисом. И понятно, что оно прикольно, оно реактивное, опять же, в отличие от препроцессорных переменных. То есть, если мы переменную изменим, то все сразу тут изменится. А для препроцессоров надо было бы перекомпилировать, чтобы он пересобрал это все. То есть там mm -hmm. это хотя бы как-то оправдано, но здесь, ну не знаю. То есть опять же, я как настоящий старовер против таких вещей. Ну слушай, блин, я тебя поддерживаю абсолютно в я, этой теме. Староверы я, я, я рулят. Отлично. <про Продолжим, от, будем заканчивать, так сказать, последняя темка. Да, вами. последняя темка — это, между прочим, снова про Челябинский газон. И Абсолютно снова Максон темка прокомментировал, между прочим. И снова Максон, да, прокомментировал. То есть это, видимо, тот же самый Максон, просто подписался как снова Максон. Просто не хотел регистрироваться. Мы напомним еще раз Никита, что можно у нас на сайте зарегистрироваться. В сайт-баре есть все ссылки и оставить темки. Каждый раз под одним ником, чтобы не было у нас снова Максон, снова-снова Максон. И, и, и прочее такое. Да. Но знаешь, что самое главное? Что Максон оставляет темку про опять Челябинск, и опять про того чувака, который урбанист. Угу. И мы эту темку с тобой же смотрели, правильно? Я ее скидывал. Вам, да, я помню. То есть А, я скидывал, спикабу... но мы в подкасте не смотрели, и, да? Нет, нет, я ее же скидывал просто утром. Мы обсудили это, так сказать, за, за, за чашкой а, кофе. Короче, все. у нас в Челябинске Реально, есть такие чуваки, не знаю, в ваших городах есть или нет, которые могут просто взять за свои бабки, озеленить газон, сделать из просто вот дерьма конфетку, так скажем, огородить его, чтобы никто туда не парковался, и наслаждаться самим посидеть на этой травке, и дополнительно, может быть, получить какую-то небольшую славу, э, такую локальную. Вот. Как ты считаешь, э, в принципе, ты же вот показываешь сейчас фотографии нашим mm -hmm, зрителям, да? да. Вот. Как ты считаешь? Во-первых, классно же, согласись. Я, я даже, опять же, без юроц, я не могу сказать, что это плохо. Это круто. Это реально круто. Это круто. Вот если бы каждый, если бы каждый, как обычно говорить, если бы вот каждый хотя бы один квадратик такого газончика постелил везде, то мы бы уже жили бы в другой стране. Скажем Здесь да. вот урбанист использует Фразу Прекрасный Челябинск будущего А, ну вот Прекрасный Челябинск будущего На ваших глазах кусочек Кусочек этого будущего Скажи, И, сколько кроме он этого? денег Чтобы понимали наши По подписчики Кассиков 60 что Да, я, 60 да. тысяч здесь написано на самом деле, достаточно большие все равно деньги. Мне кажется, самые дорогие это столбики были. Чтобы не А, может быть, знаешь, ну нет, столбики действительно, да. Но, может быть, знаешь, еще были какие-нибудь заверения ухренения у кого-нибудь там. Какая-нибудь нужно было карту нарисовать у каких-нибудь там этих. Властей, если ты понимаешь, о чем. Я понимаю. Только если ты читал текст, тут написано. Вначале мы пытались все согласовать с администрацией. но Нам настолько непонятных отписок пришло, что мы решили забить и просто сделать. А, ну все, значит, у нас согласование. Если бы согласование было бы не 60 кассиков, а 200, 200 миллионов 60. Да, да, вот, да. Ну вот, короче. Так что забито, сделано. Тем не менее, кстати, это опасно так делать, потому что вы знаете, с такой инициативой к вам могут подойти. И начать с вами выяснять, что вы здесь кладете, да какие вы столбики в, э, колачиваете. Соответственно, был на, просто на свой страх и риск вколочены столбики абсолютно. Кстати, они пишут, что э, скоро выложим статью, и там подробно укажем, сколько денег на что ушло и с чем столкнулись. Ну вот. То есть а что так? они нам расскажут, а вообще для... Слушайте, а где это? Это на Плеханово, это... Если из парка Пушкина идти, из центрального mm -hmm. входа, перед тобой а -а -а, а Ты по ней спускаешься, все, и около и улицы там. Пушкина, где слева будет пожарка, а справа в музыкалку, mm -hmm. в, эту, в большую художку, все, понял. дорожка вот там, на том углу. Так Но вот... это еще неплохой кусочек, вот если в Ленинском где <свят> 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 Да, это, во-первых, неплохой кусочек, во-вторых, для наших зрителей и слушателей, которые не в курсе, а с хренов ли бы вы в курсе были... Челябинские урбанисты, кроме этого, они еще вот занимаются сейчас активной перекраской щитовых шкафов. То есть они Кстати, их, да. скучные серые щитовые шкафы перекрашивают в соответствии с окружением. То есть, если там какой-то старый купеческий дом из старого Челябинска, которому 150 лет, то они перекрашивают этот будки, как будто там именно эти купцы стоят. Там. Это, ну, то есть они стараются выбрать какой-то смысл в тех местах, где это даже. Пару раз власти закрашивали обратно в серый цвет, естественно, их будки не давали им, так сказать, жить нормально. Mm -hmm. Потом, правда, Тефтелев наш мэр извинялся, Сказали, что верну... сказал, что вернут рисунок, все такое. Вот. Насколько я понимаю, надо наклейку еще лепить с молнией типа не влезай убьет официально. А то будут, детки думать ня-ня-ня, красивый шкаф, полезут их, убьет. То есть вот ну, если бы они наклейки да, клеили, я думаю, к ним бы уже вообще никаких претензий не было. Причем наклейки эти, они там, типа в распечати продаются. Ну, не в распечати, а вот в электромагазинах, где я там кабель покупал для ремонта, там продаются все эти наклейки, они стоят там по 40 рублей могли бы и купить, заморочиться. И, ну, если им нужен хайп именно, что они покрасили, а их перезакрасили и так далее, то тогда они, конечно, все правильно делают. А если они реально на результат работают, то купили бы уже наклейки, и стопудово никто бы уже ничего не переделал, потому что всем, так сказать, санпинам и прочим нормам, снипам, оно уже бы соответствовало. Поэтому... Не знаю. Да. Ну и еще, кроме этого, Максон, кроме этой новости про Челябинск, предлагает еще и обойку нам. Она же у тебя сейчас установлена? Например? Да, она у меня да. установлена. Последнее, что хочу сказать про урбаниста, 10 секунд. Мост, который от оперного театра идет по Кирова, у него вот само сам заборчик между кованными вот этими металлическими штуками, он из гранита был сделан. И недавно его весь засрали граффити, типа там Пашка, там Сашку опять же. И его вместо того, чтобы очистить от граффити, его просто серой краской закрасили. И урбанист тоже бы длил, что типа какого хрена там гранитный крут, крутой рисунок, там он добавляет старинности там городу, его просто серой краской залили и все, какого хрена. Не знаю, чем угу. закончится дело, то есть я думаю, на него просто насрут. Вот. Но, видимо, растворителем дороже было отмывать граффити, чем залить просто все серой краской. Так что вот да. Ну, как бы сказал мой батя, это только в России могут границы залить серой краской. Mm -hmm. В Германии там бы все отреставрировали, сделали. Да, но опять же, раз уж нас про Челябинск разворошили, я уже свернул на обойку, уже зрители могут любоваться, опять же, видом Челябинска. Так вот... А, впрочем, центральным районом, да, Челябинск. Да, прям вообще достаточно центральным местом, да, города Челябинска. Недавно Латышев это один из чуваков такой старик, 80-летний, который у нас в группе архистраж Челябинска состоит, который типа страж архитектурных памятников и так далее. Вот этот мост, который сейчас строят на российскую третью развязку, третью уровневую, вот этот Виадук, да. этот Виадук, его незаконно, естественно, строят, в том смысле, что они раскапывают там котлован и всякое дерьмо. И причем они это делают. Это одна из самых древних частей Челябинска вообще. То есть, там совсем недалеко от Челябинской крепости, там, в 100 метрах от бывшей. А они mm -hmm. просто это раскапывают, не как положено, кисточками снимают культурный слой, ищут там бусы, кресты какие-нибудь и так далее. Ну, я быдлю, конечно, но вы поняли. А они просто экскаваторами хреначат и все. И типа это там вообще преступление против человечества, потому что они культурные слои города. Ну, то есть, по уму надо было бы весь центр перекопать угу. с кисточками, чтобы узнать нормальную историю нашего города. А они, угу. Ну и на это, естественно, никто бы никогда денег не выделил. И теперь, когда выделили денег на мост, они тупо экскаваторами все перекапывают без, без кисточек. И как угу. бы уже вся история, она теряется абсолютно. Потому что вся важность, она именно, когда ты пластик за пластиком это снимаешь и понимаешь, в какие годы что было. То есть там оно понятно, что на глубине да, там полметра... Ну это будет делать ну, никто. То у нас это? Ну, не будет. тем не менее, он в прокуратуру подал. Посмотрим тоже, как будут развиваться события. Я немножечко послеживаю за этими делами. Да, я хотел сказать, что... А что у нас что-то строят в Челябинске законно? Ты конечно, незаконно делают. Я думал, у нас здесь все незаконно. У нас, в принципе, город незаконно стоит, если честно. Да, тоже может быть такое. Подписывайтесь на нас в инстаграмах. Я там тоже иногда про архитектуру что-то говорю. Ссылки есть в описании. Вот, обойка, да. Давай сначала я от открою то, что именно на пикабу обойка, а потом уже ее посмотрим на рабочем столе, как она смотрится. Да. В общем, обойка э, вып выполнена в стиле такого некого неофутуризма, э, скажем так, киберпанка и такого, как сказать, ну, такого именно в стиле диско, такого, короче, э, не знаю, неона. О, короче, mm -hmm. вот, не знаю чего-то и между прочим я здесь вижу уже несколько неточностей как житель Челябинска хотя возможно это намек на то что в будущем именно так но э, удобные деньги сейчас вместо удобных денег шаурма там. возможно в будущем там снова будут удобные деньги не за на что намекали опять шаурма просто здесь на самом ну как бы около тротуара шаурма то есть, там да, но ну и шаурма? там дальше тоже шор. Тут шаурма, она может везде у нас быть. И ну, бы. вообще конкуренция, тогда. она такая. Вот. Слушай, ну выполнено достаточно с настроением. Особенно вот эта бабушка киберпанковая. Там, скорее всего, уже робот внутри стоит вместо бабушки. Как ты прокомментируешь, что вместо двух телок кошка появилась? Ну да, тут вопрос, тут вопрос, конечно. Чем они не угодили автору, интересно. Не знаю. Не знаю, видимо, недостаточно киберпанковый быть. Я просто вот, ну, я в детстве много таких головоломок разгадывал на идее отличий. И вот это мне прям бросилось в глаза, и я не понял, почему. Я пытался еще что-то смешное найти, больше ничего смешного особо не нашел. Но вот с э, телками, конечно, как-то странно получилось. А, кстати, еще штендер. Вот там, где бабка стоит, там синий штендер стоит. Видишь, да, mm -hmm. козел в, в народе. Его тоже нету в киберпанке. Киберпанке не место штендером. там ну, только неоновые не место экраны должны быть. Я понял. Да, да и удобные деньги вместо шворма. Ну ладно. В общем, короче, прикольная обойка, классная. Где мы здесь с тобой? Ну и подкаст, соответственно. Короче говоря, смотри, наш подкаст это сиська, которая вот на полу лежит около будки, которая на переднем, короче, справа от бабки, которая. Ну, которая заграждает, так сказать, проезд. чтобы не заезжали. Наш подкаст — это тот последний оплот, который сделан, чтобы не заезжали вообще, кто попал в нашу айтишную, так сказать, отрасль. Кстати, чувак, который идет в перекресток, у него «Киберпанк 2077» написано на куртке, чтобы ты понимал. Приглядись, видишь, да, увидел. То, То есть я понимаю, что там в комментах еще сделали, где на всю картинку Киберпанк 2077 написано. Uh -huh. Вот. Но тут а, сам автор, он именно на чуваке это сделал. Вот. Ну, конечно, тут мы, нашего подкаста здесь очень много может быть, в том числе и удобные деньги. Вот. Кстати, конечно, удобные конечно. деньги, это если вы на patreon.com в веб-дизайн зайдете, нас поддержите, вот это будет прям очень удобные для нас деньги. Потому что Patreon Согласен. прям сам на PayPal все скидывает и... Это круто. Если вы нас поддержите, то будет, будете вообще супер зайки. Mm -hmm. Кстати, фастфуду вообще отдельное место на этой картинке уделено. То есть он весь прям подсвечивается. И yeah. как-то даже, видимо, в киберпанке это, это будет одна из основных ценностей. Это еда. Она будет уже такая. Что-то единственное натуральное, что сало. Хотя насчет натурального тоже вряд ли. <laughs> а ты где считаешь наш подкаст? Ну, можно более прозаично сказать, что наш подкаст это вот слева, вот это вот такси киберпанковое такое. Оно просто возит уже людей из будущего, из Челябинска будущего. Вот. И внутри такси там, ну, как фейк такси, ну, ты понимаешь, происходит, понял, как да, бы, так да, сказать, да. освещение наших тем. А почему вообще, вот я в оригинале смотрю, и непонятно, что это такси. Там зеленые шашечки, еще раз долбан, заднего бампера нет. И он стоит еще и под знаком «Остановка запрещена». Ну, это у нас же все. Ну, все согласен, это... да. Существуют. Это. И кстати, самое смешное, то что оригинал, там активация Windows у него висит еще. Видишь, да? Отлично, да. И да. смотри, там, где спортмастер на передевочке, там в окнах гигантская бутылка пива отражается. Да, да. Ну, да. мне кажется, это пиво. Я не знаю, что еще это. Может быть, здесь на самом деле да, можно искать много пасхалочек всяких. Я даже потом посмотрю на этого. Тех N9NE, ну короче, на автора, потому что он в Новосибирске тоже так сделал там у него, если посмотреть. Угу. То есть он основ... Я вижу, Просто да, остановка какая-то, тоже непонятно, где это, да и насрать, собственно, где это. Ну, в общем, прикольно. То есть, можно посмотреть, будет его работы, кому интересно. Вот. Ну а мы, наверное, будем закругляться. Скажем спасибо угу. всем, кто нас сегодня слушал, смотрел. Все ссылки на все вообще есть в описании. Подписывайтесь на нас, ставьте везде лайки, везде уведомления получайте о нашем контенте. Вы, мы вас еще очень сильно любим. Увидимся, я не знаю, через неделю мы увидимся или уже нет, по твоим подсчетам, 24 числа? Ну, вроде как да, еще увидимся. Ну, значит, еще увидимся через неделю, а потом уже как бог даст. Да? Так что да. С вами был Тормознутый и когда вы дали до, до встречи через неделю пока пока